армысыздар, тікелей эфирде басты жаңалықтар, студияда Рустам Байдәулет. Атамекен палатасы құрылған 5 жыл ішінде елдегі әрбір екінші кәсіпкердің мәселесі шешіліп, қажетті көмегін ала алған. Жалпы бизнесмендер тарапынан 23,5 мың шағым түссе, соның 1142-сі биылғы жылдың үлесінде. Ең бастысы билік пен бизнес біршама жақындай түскен. Бүгін ұлттық кәсіпкерлер палатасының 5 жылда атқарылған жұмысы кезекті съезде қорытындыланады. Ал ауылдағы шешімін таппаған мәселелер енді кәсіпкерлер назарында болады. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов аталмыш мәселеге орай арнайы әлеуметтік проблемалар картасы әзірленетінін жеткізді. Онда ауыл аймақтардан бастап Шалғайдағы елді мекенде қаузыған мәселелер тіркеледі. Соған сәйкес әлеуметтік жобалар топтамасы жасақталады. Олардың құны 100 000 теңгеден бастап 1 миллион теңгеге дейін болмақ. Кәсіпкерлер мүмкіндігінше осы жобаларды жүзеге асырады. Цифрлық карта алдағы айда толықтай іске қосылады. Ол үшін 3 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалады. Ақшасы бар, көмектесетін адам бар, бірақ уақыты жоқ, оның бар көзін таба алмайды, қайға барып, кімнен жаса керек, проектісін жаса керек, соның бәрін біз жүйеге келтіреміз. Фонд арқылы жаңа кәсіпкерлер тауып, тек қана өз елін емес, әр өңірге сол жаңағы өзінің қалтасына қарай 100 мың, миллион теңге, 500 мың теңге проект өзің таңдап алып, сол алуға ақшаңды беруге болады. Сосын дистанционно жа камера арқылы, интернет арқылы сол сенің жіберген ақшаң қалай игеріліп жатыр, халыққа қалай жетіп жатқанын көріп отыруға болады. Жаркент көшелеріндегі жүздеген саудагер өз орындарынан айрылып қалды. Қала билігі кәсіпкерлердің дүңгіршектерін бұзып, көше саудасына тыйым салған. Жыл басынан бері тексеру жұмыстарын жүргізген әкімдік мұны тұрғындардың өтініші және шаһардың келбетін бұзады деген жауап қайтарды. Өз кезегінде жергілікті билік кәсіпкерлерге босаған сауда орындарын ұсынуда. Мұндай сауда алаңдары Жаркент қаласының шетінде орналасқан. Бастапқыда 140 саудагер орналасса, қазір 8 адам қалған. Бұған себеп сатып алушылардың жоқтығы. Адам сан келушілерге байланысты аламыз таварды. Енді адам көбейсе көбірек аламыз. Енді үйрен алмай жатыр ғой. Адамдар үйренген жағына кетіп қалып жатыр ана базарға. Енді болашақта келеді дейміз, ақырын келіп жатыр адамдар. Жақсы саудамыз бірінші күнге қарағанда жақсы үйреніп жатыр енді. Құрметті көрермен, дәл қазір назарларыңызға ұлттық кәсіпкерлер палатасының 5-ші съезін ұсынамыз. Маңызды шараны бірге тамашалайық. Добрый день, уважаемые коллеги, делегаты съезда, уважаемый Бахджан Абдирович, наши гости. Мы начинаем работу 5-го съезда Национальной палаты предпринимателей Атамекен. В соответствии с установленным порядком разрешить огласить данные протокола мандатной комиссии съезда в составе делегатов съезда. Согласно требованиям закона о Национальной палате, была проведена работа по избранию делегатов на съезд. От региональных советов избрано 141 делегат, от аккредитованных ассоциаций 141 представитель. Всего делегатов съезда с правом голоса 282 человека. Сегодня присутствует 282 делегата. Кворум для проведения съезда имеется. Уважаемые делегаты и приглашенные, разрешите заседание 5-го съезда Национальной палаты предпринимателей Атамекен считать открытым. Yeah.
Для оглашения обращения главы государства слово предоставляется премьер-министру Республики Казахстан Сагентаеву Бахыджану Абдировичу. Саламатсыздар. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы 5-ші съезінің қатысушыларына. Құрметті съезге қатысушылар, ханымдар мен мырзалар. Баршаңызды ұлттық кәсіпкерлер палатасы 5-ші съезінің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Биыл Атамекен палатасының құрылғанына 5 жыл толды. Осы уақыт ішінде бұл бірлестік бизнес қауымдастығының мүддесін қорғайтын тәуелсіз институт ретінде қалыптасты. Ұлттық палата кәсіпкерлер мен мемлекеттік органдар арасындағы тиімді ынтымақтастыққа дәнекер бола білді. Атамекен бірлестігі еліміздің тұрақты дамуына өз үлесін қоса береді деп сенемін. Уважаемые дамы и господа, предпринимательство является настоящим локомотивом и движущей силой экономики. Развитие деловой активности имеет исключительно важное значение для Казахстана. Вместе мы достигли значимых успехов в данном направлении. Казахстан в рейтинге Всемирного банка Doing Business за последние 10 лет поднялся с 64 до 36 места. В стране обеспечивается макроэкономическая стабильность и улучшается бизнес-климат. Рост валового внутреннего продукта составляет 4%, что выше среднемирового показателя. Осуществляются структурные и институциональные реформы. Проводится системная работа по улучшению институционного климата. Вступили в действие новые налоговые и таможенные кодексы. Принят пакет законодательных поправок по вопросам регулирования предпринимательства. В нем максимально учтены предложения и рекомендации бизнес-сообщества. Данная работа будет продолжена и расширена. Отечественные бизнесмены и Национальная палата предпринимателей Атамекен должны активно участвовать в этом важном процессе. Нашей стратегической целью является вхождение Казахстана в тридцатку развитых стран. Это предполагает увеличение доли малого и среднего бизнеса ВВП страны до 50%. Кроме того, в условиях четвертой промышленной революции мы взяли курс на ускоренную модернизацию экономики, внедрение новых технологий и инноваций. В контексте социальных инициатив увеличивается микрокредитование и реализуются такие важные начинания, как проект «Бастау». Только в этом году Азам предпринимательства предусмотрено обучить 30 тысяч сельских жителей с охватом 160 сельских районов и 40 малых городов. Для реализации всех поставленных целей и задач требуются совместные и последовательные усилия правительства и палаты Атамекен. Сегодня Национальная палата зарекомендовала себя в качестве базовой основы консолидации казахстанского бизнес-сообщества. Организация является эффективным механизмом продвижения стратегических реформ развития страны. Это единственная в СНГ структура, которая объединяет всех отечественных предпринимателей и имеет законодательно закрепленные широкие функции и полномочия. Уверен, что данный съезд станет знаковым событием для подведение итогов пятилетней работы палаты. Он позволит определить новые перспективные направления и сферы продвижения казахстанского бизнеса. Желаю всем плодотворной работы и новых успехов на благо процветания нашей страны, Республики Казахстан. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Спасибо, Бахыджан Абдирович. Глава государства с 2005 года поддерживал создание крупного объединения предпринимателей и 5 лет назад поддержал создание Национальной палаты Атамекен. Поручение было от главы государства создать диалоговую площадку между бизнесом и властью для построения партнерских отношений, для того, чтобы мы могли то новое, то, что в Казахстане с независимостью появилось, появился класс предпринимателей, чтобы эти люди получили поддержку государства, наших властей. И понятно, что много вызовов, много трудностей, но мы видим, что благодаря поддержке главы государства мы смогли на площадке Национальной палаты выстроить полноценный диалог с правительством,
с государственными органами, с правоохранительными органами, с местными исполнительными органами. И благодарим от всего бизнес-сообщества за ту поддержку и постоянное внимание главы государства к вопросам развития предпринимательства в стране. Уважаемые делегаты съезда, согласно установленному порядку секретарем съезда, назначен председатель правления Национальной палаты Мирзахметов Аблай Сабекович. Голосовать мы рассматриваем вопросом в открытой форме. Мы должны сформировать счетную комиссию из числа работников Нацпалаты. Предлагаю в счетную комиссию избрать следующих лиц: работников Национальной палаты. Бесинбенова Азамата Мингельдиновича, заместителя директора Департамента развития человеческого капитала, председателем счетной комиссии. Жукенову Салтанат Амангельдиновну, заместителем директора Департамента управления персоналом палаты, членом счетной комиссии. Тастыбаеву Ксению Александровну, эксперта Департамента регионального развития Нацпалаты, членом счетной комиссии, секретарем. Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Решение принято. Состав счетной комиссии сформирован. Согласно закону и уставу Национальной палаты, повестка дня съезда утверждается съездом простым большинством голосов. Повестка дня у всех имеется. Прошу проголосовать. Кто за? Против? Воздержался? Спасибо. Решение принято. Повестка дня съезда утверждена. Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня. Для доклада по вопросу об утверждении ежегодного отчета об итогах деятельности Национальной палаты предпринимателей и актуализации стратегии развития Национальной палаты предпринимателей приглашается председатель правления Атамекен Мирзахметов Аблай Сабекович. Қайырлы күн, құрметті съезд делегаттары, қонақтары, құрметті төраға, құрметті премьер-министр Мырза. Сіздердің алдарыңызда жасалған жұмыс туралы есеп беруге рұқсат етіңіздер. Согласно утвержденной стратегии и проект приоритетных задач, нами выбрано было 10 приоритетных задач. В прошлом году съезд утвердил, я хотел бы кратко доложить о той работе, которая правлением проделана. Хотел бы проинформировать, что раздачные материалы в течение месяца обсуждались во всех регионах в ходе поездки председателя президиума с нашим активом. И вчера на рабочей встрече с делегатами съезда мы тоже порядка 3 часов детально обсудили, остановились на этих направлениях. Как вы видите, у нас за эти годы сформирована вся структура, вплоть до районных уровней, и вся инфраструктура развернута той работой, чтобы выполнять задачи по улучшению бизнес-климата. Кратко хотел бы сказать о членских взносах. Мы понимаем, что членский взнос является при той системе, которая есть, сборов, она фактически не администрируется. Администрируется хоть и обязательное членство в добровольном порядке, это является косвенным барометром доверия предпринимателей к своей организации. Как вы видите, рост количества растет. Фактически 63% мы выполнили по 2017 году. На этот год мы планируем 70% взносов собирать. Количество плательщиков тоже растет. И хотели бы показать, что в Национальной палате делегированы функции. Из года в год растут те функции, которые правительство делегирует по мере становления нашего института. Фактически на 2018 год мы операторы по 6 направлениям, почти на 6 миллиардов тенге государственное задание. Ассоциации являются нашим опорой, и Национальная палата всегда заинтересована в сильных ассоциациях. Как вы видите на слайдах, у нас количество ежегодно растет. Сейчас 141 аккредитованных ассоциаций. Из них 38 сегодня имеют прямые договора, то есть могут участвовать не только в экспертизе правовых документов, а могут делегированно выполнять наши функции. И видите, финансирование, как было поставлено задача съездом, 78 миллионов в первый год, более 500 миллионов финансирования увеличено сейчас тоже более 4 раз. Теперь хотел бы остановиться на тех основных приоритетных задачах, по которым работа проделана. Одним из наших приоритетов является защита прав и интересов бизнеса. Более 23,5 тысяч обращений поступило. В сухом остатке 40% защищенных интересов, более 111 миллиардов тенге сохраненных, защищенных, имущественных, денежных и других прав предпринимателей. Некоторые слова хотел бы сказать о тех обращениях. Вы помните, основные обращения были по земле, градостроителям. В прошлом году динамика чуть-чуть изменилась, появились обращения уже бизнеса к бизнесу. Мы понимаем, есть взаимоотношения с банками, естественно, монополистом. Но первый квартал показывает, что опять на первое место выходят земельные вопросы. Вчера на плановой нашей рабочей встрече мы детально остановились. Особенно надо усилить работу на районном уровне. Вторая наша функция – это
экспертиза нормативных актов, постоянное совершенствование правовой среды работы бизнеса. Более 22 тысяч поступило на экспертизу нормативных правовых актов, из них более 500 касается концепции ключевых законопроектов. Хотел бы сказать, что 73% наших предложений экспертных учтены государственными органами и в ходе работы в Мажилисе в целях улучшения бизнес-климата. Мы также разработали так называемую, чтобы решать системные проблемы, реестр карты проблем, куда по итогам анализа работы с ассоциациями с регионов стекаются все вопросы нормативных актов. Более 584 проблем, из них 67% в ходе совместной работы с государственными органами решены, 9 на стадии решения, остальные в работе и соответствующий механизм создан. Мы брали, в прошлом году докладывали, и уже Бакшан Абдиршев в ходе зачитанного обращения главы государства уже отметил, что большая работа, пакет реформ в возражающих материалах за 5 лет проделана. Я хотел бы остановиться на одном из последних, это сокращение контрольно-надзорных функций. Здесь более 20 сфер контроля исключены, более 108 контрольно-надзорных функций, 58% сокращены требования, и мы ожидаем, что в 2018 году сейчас из 100 тысяч проверок, которые были 300 тысяч на начало работы Атамекена 5 лет назад, останутся 70 тысяч, и в 2020 году еще на 10% будут сокращены. И в целом хотел бы отметить, 97% наших предложений приняты в ходе этой работы совместно с правительством и парламентом. Гуманизация уголовно-административного законодательства всегда была в поле зрения Национальной палаты. Хотел бы сказать, что большая работа проделана по административным. Мы видим, что из года в год количество штрафов растет по административным. То есть давление в уголовном, если сокращается, то мы видим, то есть рост по административным. Здесь фактически 78% статей подверглись ревизии в ходе этой работы. Значит, введен институт, расширен институт предупреждения, сокращены 50% дисконты по штрафам. То есть большая работа проделана, и надеемся, что эта работа и дальше будет продолжена по поручению главы государства. Ну и самое главное, лжепредпринимательство, статья исключена, и об этом вчера многие участники съезда отмечали, потому что в прошлом году было очень много обращений по этой статье. Одна из работ – это система закупок и местного содержания. Прошлый год под председательством премьер-министра была большая работа проделана. Кратко хотел бы отметить, что созданы во всех регионах совместные комиссии, которые рассматривают местное содержание, особенно в строительной сфере. Соответствующие приказы выполнены, система мониторинга налажена. Теперь работа, всю эту работу довести до эффективных результатов. Также Самрук Казной большая работа проделана. Хотел бы сказать, что одна из основных жалоб – это заточки. 26 дней теперь дается нашим отраслевым экспертам. Внедряется индустриальный сертификат системы предквалификации. И проведена ревизия так называемых НСТРУ. Хотел бы просто в сухом остатке сказать, по итогам работы комиссии за год, по рекомендации комиссии, 200 миллиардов заключено дополнительных договоров с отечественными товаропроизводителями в работе в рамках комиссии. Ну и у нас имеется более 500 миллиардов тенге долгосрочных договоров с Самрук-Казной. ГЧП это тоже был одним из приоритетов. Здесь тоже большая работа была проделана с правительством, с парламентом. Сокращены количество этапов. Сейчас от почти 9 месяцев до 3 месяцев можно проходить. Концепция заменена на бизнес-план. Ну и в целом долгосрочные приданы теперь от 3 и более лет законодательно можно заключаться договора ГЧП. Сейчас работа ведется, мониторинг ведется по уже деталям программам ГЧП, и эта работа будет продолжена. Региональное развитие в поле зрения постоянной палаты и в ходе наших поездок сбора анализа с региона обращений и поездок премьер-министра. Мы 7 инициатив сформировали. Особо хотел бы отметить самое главное. То есть крайне важно, мы проанализировали работу акиматов, крайне важно, чтобы все услуги, которые представляются акиматом, это в первую очередь генплан, планы детальной постройки, информация о свободных участках, об аукционах, проданных или землях, которые еще не освобождены, и подключение к сетям. И это должно быть оцифровано, эта работа начата. Фактически сейчас 7-8 областей эту работу сделала, и мы ожидаем, что до конца года работа будет выполнена на контроле у правительства, выполнена со всеми акиматами. Ну и самое главное, чтобы эти услуги осуществлялись либо через СОП, либо онлайн-сервис. Это ключевое, над тем сейчас мы работаем. Ну и есть и другие направления, по которым, я уже сказал, комиссию по местному содержанию, это консультативно-совещательные органы или торговые места в городах. То есть по всем этим направлениям работа ведется. Агропромышленном комплексе. Вы знаете, что была принята программа, она буквально уже недавно актуализирована. Основной упор в прошлом году мы сделали на создание и сопровождение кооперативов. Более 1000 создано. Конечно, есть вопросы теперь по реальному наполнению. Где-то около
половина из них действует, поэтому сейчас поправки определенные внесены с учетом уже той работы, которая в прошлом году была, и наши районы инфраструктуры нацелены на эту работу. Правительство для бизнеса – это ключевое направление оцифровать все услуги. В прошлом году, вы знаете, цифровая в Казахстан программа принята, активно мы с правительством в этом направлении работаем. У нас сидела группа экспертов, мы сделали полный реинжиниринг 52 мер поддержки, сейчас уже осталось их 46, это данные с 2017 года, потому что какие-то субсидии сейчас оптимизируются, особенно по агропромышленности, и фактически эти услуги можно будет получать через одно окно. Хотел бы вас проинформировать, на прошлой неделе запущен пилотный проект Digital SOP Астана, и до 1 сентября во всех областных центрах будет организовано цифровое получение доступа ко всем услугам. Человеческий капитал развития – это один из наших больших приоритетов. Здесь большой пласт вопросов, проделана большая работа, подготовлены основа экономики бизнеса для 11 классов. Учебники они сделаны очень интересно, играми, кейсами, практикой. На примере более 40 соавторов, бизнесменов, на их реальной практике. Поэтому считаем, что с этого года уже факультативно будет запущен, со следующего года фактически будет запущено во всех школах. Не надеемся, это тоже позволит расширить армию предпринимателей в стране. По профориентации в школах я остановлюсь уже в более стратегических задачах. Эта работа тоже достигнута определенного успеха, о них хотел бы сказать. По дуальному обучению мы большую работу проделали, но хотелось бы сказать, все-таки охват всего 4% всех обучающих ТИПО. Это низкий показатель, и в долгосрочных наших планах я хотел бы остановиться, что мы намерены делать. Рейтинг вузов. Здесь в прошлом году впервые при поддержке МОНа мы эту работу сделали, особенно по специальности информационной системы. Результаты превзошли все ожидания. Мы увидели, что 50% преподавательского состава не имеют практического опыта, то есть не знают реалий. И, к сожалению, во многих вузах до сих пор преподаются программы 90-х годов, хотя в IT, вы понимаете, каждый год обновляется. Поэтому этот рейтинг сейчас министерство нас поддержит. Мы хотим более 2000 образовательных программ по 88 специальностям, то есть расширить, фактически охватить все вузы. И это даст ориентир не только самим учащимся и родителям, а самое главное работодателю при выборе каких он будет принимать работников. По БАСТАУ. Здесь уже в обращении главы государства, это постоянно на его, в приоритете, под контролем главы государства. Мы понимаем поддержку. Единственное, хотел бы сказать, в прошлом году в половине районов было обучено 15 тысяч, более 3 тысяч новых проектов открыто. Но, как показал опыт, более 5 тысяч выпускников не смогли получить микрофинансирование. И мы благодарны главе государства. В этом году дополнительно в 5 социальных инициативах 20 миллиардов тенге выделено. И думаю, что это достойно наших аплодисментов. Уважаемые делегаты, участники съезда, хотел бы теперь остановиться о тех стратегических задачах, которые мы как вчера обсудили в рабочем нашем встрече с делегатами, и рассказать, над чем мы планируем работать и получить ваше одобрение. Как я уже сказал, в течение стратегии у нас было 5 основных задач. Защита – это прав и интересов бизнеса, совершенствование бизнес-среды, обеспечение доступности финансов, инфраструктуры рынков сбыта, развитие человеческого капитала, сервисная поддержка. Далее 10 шагов было проектных задач. Из этих проектных задач, которые в 2016 году были утверждены президиумом, почти 70% выполнено. Это развитие микрокредитования, массовое обучение, сельхозкооперации, то, чем правительство для бизнеса и так далее. Теперь нам нужно перезагрузить и получить. Вот мы получили 10 приоритетных задач, на которые мы хотели бы к вашему суду представить, над чем мы планируем работать в ближайший среднесрочный период, пятилетний. Это защита прав бизнеса, это остается одним из приоритетов. Улучшение бизнес-среды тоже остается, потому что постоянная работа над нормотворчеством. Третьим мы считаем важной задачей – это доступное кредитование. Четвертое – это повышение конкурентоспособности бизнеса или, как мы называем, новые подходы к индустриализации. И здесь тоже по всем хотел бы проинформировать этим задачам. Работа уже правительства в курсе и со всеми соответствующими госорганами работа ведется. Развитие человеческого капитала тоже остается одним из наших важных приоритетов. Массовое предпринимательство. Мы считаем, что МСБ нужно сегментировать. Средний бизнес будет в новых подходах к индустриализации по этой программе конкурентоспособности работать. Массовый, микро. У них должны быть отдельный инструмент, отдельная среда обитания, от которой мы должны работать совместно с правительством. Правительство для бизнеса. Дальше мы эту работу усиляем. Развитие АПК. И по просьбе наших предпринимателей, поездок, мы включили вопрос о совершенствовании тарифной политики. Ну и очень важный вопрос, который вчера получил одобрение на нашей рабочей встрече, это ответственность бизнеса. Все-таки государству много сделано, дерегулирование сделано. У нас очень хороший бизнес-климат, но теперь нужно, вакуума не должно быть, бизнес должен брать ответственность, и об этом тоже остановлюсь. По кредитованию. Как видно из слайдов, у нас фактически
фактически сегодня доля кредита ВВП с 35 упала до 24. Это один из низких показателей в нашем регионе, не говоря со странами ОСР. Ну и количество кредитов юрлицам и в целом кредиты промышленности по всей мере снижения по кредитам юрлицам уже 7%. И мы видим, что большой рост идет потребкредитования. Да, это может быть хорошо, но потребкредитования есть два момента. Получая потребкредиты, какие импортные или отечественные товары приобретают? Здесь анализа нет, и поэтому нам нужно думать, чью экономику мы в результате через потребкредиты стимулируем. Ну и второе, потребкредиты при той финансовой грамотности и тех сейчас финтех-технологиях, о чем сегодня в Сенате обсуждалось, может привести к серьезным пирамидам. Ну и наши предложения. Мы обсудили с АФК, это одно из наших серьезных сообществ, это снижение регуляторных требований. У них полный пакет предложений есть, рабочая группа создана, правительство, Нацбанк сейчас по поручению главы государства это обсуждает. Считаем, что кредитование обрабатывающей промышленности как приоритетной отрасли через обусловленное размещение длинных денег. Это тоже одно из важных направлений, рабочая группа тоже приступила. Признание долгосрочных договоров ГЧП регулируемых закупок, так называемых офтейк-контрактах, твердым залогом. Мы считаем, что это расширили бы возможности для кредитования бизнесменов. Ну и создание финансирования для малого бизнеса системой микрокредитования. Теперь ключевое. Как мы видим новые подходы к индустриализации или так называемую программу конкурентоспособности ключевых отраслей? Мы, проанализировав, определили 4 направления. То есть первое, нужно сделать паспортизацию, понять, в каком состоянии находится наша обрабатывающая промышленность, понять проблемы, сделать скрининг предприятий. Эта работа нами сделана. Более 1300 предприятий отскринено. Работа началась. Второе, это регулируемые закупки. Здесь тоже большая работа проводится под председательством премьер-министра. В понедельник мы проводили форум с руководством мира, Самрук Казна. Хотел бы отдельно поблагодарить фонд Самрук Казна, который фактически сейчас развернута к обсуждению этих вопросов, то есть готовы пойти навстречу и по долгосрочным, по замещению импорта, по снижению доступа к их закупкам через и переквалификацию колес. Технически регулирован. Считаем, что это важное направление, тоже в фокусе правительства. Буквально завтра мы будем в правительстве этот вопрос обсуждать. И там законодательство подготовлено. Фактически все наши предложения приняты, чтобы защищать рынок от контрафакта и поддерживать добросовестных предпринимателей. Меры господдержки. Думаю, что настало время проанализировать их неэффективность, сделать через одно окно. Вчера это на рабочей встрече бизнеса было очень хорошо воспринято. Ну и самое главное, мы считаем, что получая эти меры бизнеса, через специнвестконтракт бизнес тоже должен брать встречные обязательства, особенно касается обработки, по локализации, модернизации, те задачи, которые ставит глава государства. Вот регулируемые закупки, из них 2,6 триллиона касается обработки. В этих 2,6 триллионах пока только доля наших отечественных 30%. Здесь есть большой задел, как вы видите, по всем площадкам закупок. Более-менее ситуация в Самрук-Казне. Нам нужно большую работу делать по госзакупкам, закупок местных исполнительных властей. Ну и, конечно, большую работу предстоит по недропользователям. По ним тоже мы расскажем о нашей работе. Мы проанализировали строительно-монтажные работы. Просто на местах вот те рабочие комиссии. Чуть больше триллиона. Как вы видите, строительно-монтажная стоимость их 793, из них товаров 334. И из этих 334 фактически 90% из этих товаров производится в Казахстане, и можно было бы эти заказы оставлять, чтобы стимулировать у нас спрос здесь. Но, к сожалению, по итогам 5 месяцев мы видим всего лишь 4% от возможных закупок оставлено в отечественных. И здесь поле огромной деятельности, которое нам предстоит провести и с правительством, и местными исполнительными органами. Наш анализ показал, что 12 триллионов объем по 8 отраслям обработки импорта. В целом спроса из них больше 7 триллионов – это импорт. Из них больше 2 триллионов – то, что сейчас, в самое ближайшее время, мы можем через закупки развернуть на наших отечественных предпринимателей, что даст более 20% роста обрабатывающей промышленности. Ну и в разрезе 8 отраслей. Итоги подтверждаются, показали, что 55% средней загрузки, ключевые проблемы – сбыт, доступное кредитование, доступ к сырью. Ну и есть различные вопросы тарифные, другое регулирование. Мы проанализировали нашего главного торгового соседа по обработке. Значит, как вы видите, более 7 тысяч у нас активных предприятий в обработке. Ключевой нам не хватает критической массы. А Россия последние 4 года нарастила почти 2 раза количество предприятий в обрабатывающем секторе. И фактически тоже через вот такую программу поддержки отечественных товаропроизводителей. И мы этот опыт готовы взять. Хотел бы показать на слайде анализ финансовых, как у нас финансируется по государственным мерам обрабатывающей промышленности. Как вы видите, в целом при кредитовании обработки доля БРК 57% из всего объема
кредитования обработки. Но при этом это всего лишь 20 крупных проектов, из них 85 это предприятие Самурк-Казна. Понятно, такая ситуация, наверное, нетерпима, поэтому мы считаем доступным кредитование приоритетно банкам размещать, чтобы они пошли в обработку. В дому из 12 тысяч самых популярных 30% только просубсидированы предприятия обработки. Ну и в Казахэкспорте всего 40 экспортеров, а если взять российский опыт, то 3800 экспортеров на сумму 9 миллиардов тенге. Механизм предоставления. Есть комиссия промышленного развития, мы это тоже обсуждаем, и мы здесь не забегаем, просто это предложение мира, которое в понедельник мы услышали, создать агентство, объединить, переформатировать работу некоторых институтов, сделать через одно окно, и фактически через такой контроль, распределение ролей, мы могли бы через такой проектный опыт под руководством премьер-министра выполнить эту работу. Встречное обязательство бизнеса. Мы считаем это ключевое, и считаем, бизнес сегодня готов принять этот вызов, то есть меры поддержки, длинные заказы, кредитование, полная поддержка, поддержка на экспорт, усиление наших мер, инструментов поддержки, таргетировать их на уровне российских, узбекистанских, и тогда бизнес должен брать соответствующие обязательства через специальный инвестиционный контракт, и такой институт в России внедрен, и он работает. Мы посмотрели институты развития, как видите, их достаточно много, многие мы и мерами их не пользуемся, но считая, не забегая вперед, все равно настало время критически на это взглянуть и переформатировать работу. Где-то есть лишние звенья, где-то есть дублирование, и считая, что эту работу мы могли бы, в принципе, понимание, поддержка со стороны правительства есть, над этим мы будем работать. Одно из важных направлений для массового предпринимательства мы считаем скрининг. Фактически в прошлом году при поддержке правительства мы пилотно провели в 4-5 регионах. Что дает скрининг? Он дает ниши, куда нам расти, показывает, то есть это бесплатный маркетинг для тех малых и микробизнесов, которых почти миллион, куда идти, как развивать. То есть нужно ли в районе, где уже 10 кафе, 11 открывать? Или есть парикмахерские, куда нам идти. Поэтому такой скрининг мы показали, презентовали, и хотел бы поблагодарить Бахшам Дирша, поручение дано. Мы считаем, что чуть больше 3 миллиардов госзаданий, мы до конца года готовы во всех райцентрах и областных центрах провести этот скрининг и дать доступный ориентир для развития малого, микро и малого бизнеса. Единый портал для бизнеса, мы на основе их для каждого региона сделали специализацию, подготовили региональную карту ответственности. Усиление ответственности бизнеса. Мы видим, что по сетям случаи падения лифтов, пожары, массовое отравление, количество ДТП, ЧП на аттракционах. Это все вызывает справедливое нарекание населения и наших потребителей. Поэтому мы не можем оставаться в стороне. Поэтому комплекс мер с нами разработан. В начале мая доложено правительству. И мы готовы, ожидаем, что эти меры будут приняты по ним законодать. Это развитие системы защиты прав потребителей. Мы считаем, не нужно возвращаться опять к усилению госконтроля, а нужно усилять нашего сильного контрпартнера защиты прав потребителей. Создание национальной системы рейтингов, чтобы была ориентир по рейтингам, какие объекты какая безопасность представляет. Альтернативные меры контроля, страхование, аудит, внедрение саморегулирования, потребительское образование. Вот они меры. План работы с КРМЗК, тарифное регулирование. Здесь мы выделили несколько направлений. Просто хотел бы сказать, уже поручение главы государства прозвучало. Анализ возможностей потенциала снижения тарифов на электричество и газ. Это то, что в первую очередь беспокоит. План буквально 2 дня назад с руководством КРМЗК подписан. Мы ежемесячно готовы информировать вас о проделанной работе. Ну и прозрачность тарифов. Самое главное, договорились, что нам нужно перезагрузить экспертные советы. Там должны быть компетентные люди, найти источники финансирования. И эта экспертная группа должна вести анализ прозрачности этих тарифов. Привлечь МИО к процессу утверждения тарифов. Ну и самый главный вопрос, потихоньку выравнивать тарифы по группам потребителей. По человеческому капиталу. Здесь мы хотели бы, Бахшан Дирш, обратить внимание, что из 200 специальностей, которые ТИПО, через ТИПО идут в заказ 107 миллиардов, выяснилось, что 164 специальности, и у них первых два уровня – это рабочие. Это токарь, слесарь, такой рабочий уровень, который, в принципе, можно было бы на краткосрочных курсах готовить. Тем более, в прошлом году по нашей инициативе это массовое предпринимательство включено, и эту работу можно было бы наращивать. У нас почти 192 центра, сейчас 8 миллиардов в объеме финансирования, а 107 миллиардов остается в колледжах, и эта сумма неповоротлива, я уже сказал, 4% только охват. Если мы эти специальности пустили бы по краткосрочным курсам, уверен, что это дало бы больше эффекта, гибкости, и работодатель был бы заинтересован. 75% со средним трудоустройства через эти центры, там стоимость 1 миллион в колледже и 130 тысяч в этих центрах, думаю, цифры налицо. Ну и как я уже сказал, мы запускаем основы бизнеса в школах. Хотел бы сказать, что принято наше предложение с 7 класса, 1 января 2019 года проводить уже профориентацию школьников, как это уже было. Это предложение поддержано. Это было бы хорошим ориентиром для родителей, чтобы выбирать по возможностям уже ребенка у 7
среднего класса ориентир, куда ему идти. Ну и госзаказ тоже нужно перестраивать по типу. По вузам. Мы готовы в вузах открыть кабинеты или курсы повышения, то есть ориентировать на бизнес. Фактически это будет массовый стартап движения. Мы свои предложения готовим, с МОНом обсуждаем, готовы в этом направлении двигаться. Ну и, наверное, аккуратно можно ставить вопрос, что бакалавриат сейчас быстро все меняется. 4 лет, может быть, можно потихоньку обсуждать до 3, и, может быть, дальше, как эта работа висит. На наблюдательных советах у нас 30% есть, поэтому по всем этим направлениям работа идет. Ну, по БАСТАУ вы уже знаете, уже Бакшан Дюшев зачем этого обращения главы государства сказал задачи, которые президент поставил перед нами, 30 тысяч, и мы минимум должны 10 тысяч из них должны открыть свое дело, и мы к этому готовы. Ну и в конце, вообще же традиционно мы, может быть, немножко забегаем вперед, но тем не менее, 16 года у нас такой ориентир, в 16 году, 17 мы всегда подытожив все эти обращения, делаем ключевые, так называемые ключевые направления целевой экономики. А об отдельных моментах, которых я уже сказал. Сегодня создан да, құрметті делегаттар, құрметті жиынға қатысушылар. Әрине, біздің жұмысымызда 5 жылда жетістіктерде болды, кемшіліктерде болған шығар. Кейбір жерде ойларыңыздан шыға алмаған шығармыз, сендеріңізді аяғына дейін ақтай алмай шыған шығармыз. Бірақ менің осында отырған әріптестерім, өңірден келген директорлар, филиалдар бәріміз атсалысып, намыс үшін осы жұмысқа тырыстық. Сондықтан сіздердің бағаларыңызды алу, сіздердің сындарыңызды, ұсыныстарыңызды есту бізге үлкен мәртебе. Осы түнменде тұрып, үкімет басшысы Бақшан Әбдірұлын, осында отқан барлық әріптестерге де өзім ризашылығымды айтқым келеді. Қоян қолтық үлкен жұмыс жасалды елбасының тапсырмасын орындауда. Әрине, сын айтуға бәріміз құмармыз, сын айтқымыз да келеді. Бірақ сын айту үшін біз атамекен аяққа тұрдық, еңсеміз өсті, тек қана сын айтпай, ұсынымыз айтсақ, бірге істесек, оған үкімет ашық. Сондықтан осындай раймен алда да тағы да жетістікке жетеміз деген оймен осы баяндаманы аяқтауға рұқсат етіңіздер. Рахмет назарларыңызға. Уважаемые делегаты, я хочу от имени Президиума поблагодарить Аблая Сабековича за большой объем работы, который проделывает правление, организовать работу по всей стране. На сегодняшний день у нас работают дирекции в каждом областном центре, в городе Алматы, Астане. В каждом районе работают наши представители. И, конечно, организовать вот такой диалог, обратную связь с самыми низовыми звеньями, там, где предприниматели, на селе, в моногородах, и обобщить эти вопросы, сделать предложение в изменение в законодательство. Конечно, огромная работа, и она постоянная, она идет и по линии центральных органов, работа с правительством. Бахжан Абдирович, у нас Аблай Сабекович уже как член вашего кабинета, и он постоянно присутствует. Больше, больше. Он постоянно присутствует на всех заседаниях. И, конечно, ваш постоянный контроль вопросов предпринимательства. Особенно вот последние 2 года мы работали по содержательной части для того, чтобы акиматы развернулись к малому и среднему бизнесу. И те обобщения и предложения, которые сделаны, начиная от поручений главы государства, часть налогов от малого и среднего бизнеса оставить в регионах, чтобы была заинтересованность. Все вопросы, которые Аблай Сабиев сейчас рассказал по земельным вопросам, архитектуре, строительству, то, что действительно больше всего волнует людей на местах, они сегодня решаются. Мы видим, что есть уже большие подвижки. Понятно, что мы в начале пути, но на самом деле работа, чтобы вот ситуацию, машину запустить, проделана огромная. Аблай Сабиевич, вам, всему правлению, нашим дирекциям, региональным советам огромная благодарность от бизнес-сообщества за такую большую проделанную работу. Уважаемые делегаты, предлагается обсудить отчет правления. В установленном порядке заявились Салихова Сауле Халелхазы, председатель Совета деловых женщин Магаставской области. Уважаемые делегаты съезда, уважаемый президиум, прошло 5 лет с момента создания Национальной палаты Атамекен, и всем очевидно, что проделана колоссальная работа палатой. Конечно, мы сейчас видим, вот Аблай Сабекович продемонстрировал все в отчете, что Атамекен плотно работает и с законодательной, и с исполнительными органами на местах.
И мы как предприниматели, я представляю малый и средний бизнес Мангистау, мы как предприниматели ощущаем каждое изменение, потому что это нам помогает очень сильно в работе, каждый день. И внесены очень важные изменения в законодательство. В этом году сам формат проведения съезда очень сильно изменился. Съезд проходит в рамках целой недели предпринимательства. Я хочу отметить, я уже третий год участвую на съезде. И раньше, если в рамках одного дня мы укладывались и заслушать отчет, и выслушать какие-то предложения от предпринимательского сообщества, сейчас целая неделя предпринимательства, в рамках которой в этом году прошел и форум выпускников «Бастау Бизнес», и форум отечественных товаропроизводителей, форум по развитию человеческого капитала, в том числе ежегодный конгресс Совета деловых женщин и другие мероприятия. Каждый день проходит по два мероприятия. Сотни предпринимателей приехали с регионов. И я хочу отметить, что все это говорит о той огромной работе, которую сделала сейчас палата «Атамекен». Выстроена, как Тимур Аскарович сейчас сказал, целая вертикаль от сельских предпринимателей до правления и президиума. И что очень важно, например, в нашем Мангистау, вот на форум Бастау приехали молодые сельские предпринимательницы, которые рассказали о своих проектах, которые даже и не мечтали получить какие-то государственные или другие финансовые инструменты для развития своего бизнеса. Исходя из этого, я хочу вношу предложение утвердить ежегодный отчет о деятельности Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Спасибо. Спасибо. Следующее слово предоставляется Машкевичу Александру Анатольевичу, председателю Совета директоров компании «Евразийская группа». Я бы хотел несколько слов сказать. Значит, приводим примеры по социальной ответственности бизнеса, и группа компании ERG, она действительно активно включилась в поддержку инициатив Национальной палаты «Атамекен», и не только как бы на словах, но и на деле. И вы знаете, что проект «Бастау» с самого начала был поддержан и нашими спонсорами с евразийской группы, группой компании «Казахмыс». И благодаря этому мы показали, что действительно вот продукция, та, которая получается после подготовки кадров, потом подготовки бизнес-плана по программе «Бастау» и выделение микрокредитов, вот этот положительный опыт мы смогли наработать за счет наших крупных спонсоров. Вчера с Александром Анатольевичем подписали соглашение «Деловой совет женщин Национальной палаты по женскому предпринимательству», также организовано микрофинансирование. И 1 миллиард тенге выделен. Но я думаю, что это, в этом же заинтересована и сама евразийская группа, потому что те кадры, которые высвобождаются после автоматизации, цифровизации на предприятиях группы, они могут найти себя и в частном бизнесе. Хочу также сказать, что хороший пример показывает по долгосрочным контрактам. Мы приводили уже пример. Компания Global, которая шьет спецодежду, она также получила долгосрочный контракт в Актюбинской области и ведет, и подготовку кадров ведет за счет этого. А сейчас ведет уже расширение бизнеса, открывает бизнес для группы ERG в Кустанайской области. Я думаю, что вот такие положительные, правильные примеры мы должны показывать, закреплять. И надеемся, что крупный бизнес, наши национальные компании как раз поддержат наш малый и средний бизнес, наших отечественных товаропроизводителей в вопросах выделения долгосрочных контрактов, в вопросах социальной ответственности, в вопросах подготовки кадров и выделения средств для финансирования наших отечественных товаропроизводителей. Вам слово. Большое спасибо. Уважаемый Бахаджан Абдирович, уважаемый Тимур Аскарович, уважаемые члены правительства, все присутствующие. Я очень рад сегодня здесь присутствовать на пятилетии Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». НПП сегодня удалось создать реальную и жизнеспособную экосистему развития предпринимательства, с которой надежно
и приятно работать. Мы видим в палате единомышленника, с которым говорим на одном языке, разделяем одни ценности, сообща решаем задачи нашего общего отчего дома нашей страны. Что крайне важно, мы совместно успешно работаем над созданием новых казахстанских производств. Мы определили из перечня импортируемых товаров те, что потенциально можно выпускать в нашей стране, и обеспечиваем очень большой объем долгосрочными заказами отечественных производителей. В числе наших успешных региональных инициатив, как Тимур Аскарович только что сказал, это микрокредитование в Кустанайской области. Уже реализованы проекты по разведению верблюдов, производству шубата, мягких игрушек, услуг в сфере перевозок. В рамках трехстороннего меморандума между НПП, Акиматом Кустанайской области и ERG создана микрокредитная организация, которая с 2017 года выделила 173 кредита на общую сумму 935 миллионов тенге. В том числе 16 кредитов в наших родных городах. Это Рудный, Аркалык, Лисаковск. При реализации данного проекта мы убедились, что НПП – это тот институт, который занимается реальным созданием рабочих мест в регионе. Палата – надежный партнер, которому можно доверять деньги для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане. Вчера, как только вот тоже Тимур Аскарович сказал, мы подписали еще один меморандум, и мы тоже гордимся этим, о сотрудничестве в развитии женского предпринимательства, также через создание условий для льготного кредитования. Совместно с палатой мы запускаем еще один проект по проведению маркетингового исследования по методу скрининга из разработки карты экономической специализации в Аркалыке. Вы знаете, что в этом регионе существуют проблемы занятости, освобождения рабочих мест. В рамках проекта мы планируем выяснить реальную картину с занятостью, понять, как можно понять людям. В рамках этого проекта для каждого высвобождаемого жителя Аркалыка будет разработан отдельный план. С Ербулатом Искарбековичем мы как раз сегодня обсуждали вот проблему занятости в Аркалыке. В рамках собственного проекта Евразийской группы «Экосистема студенческого предпринимательства» мы с партнерами проанализировали потенциал регионов нашего присутствия и предлагаем обучать в вузах наших родных городов предпринимательским навыкам для развития следующих кластеров. В Кустанае мы планируем кластер сельского хозяйства, развития социального предпринимательства. В Караганде кластер медицинских инноваций, технологического предпринимательства. В Актобе подготовка специалистов в области внутреннего казахстанского туризма и формирование кластера развития интернета вещей. В Павлодаре кластер образования. Новые технологии образования посредством дополненной реальности очень интересны нам в плане обучения своих сотрудников, а также предоставления таких учебных материалов нового поколения рынку. Поэтому мы готовы сотрудничать в этом направлении, в том числе в рамках проекта «Бастау Бизнес» и предложить свою цифровую платформу. Новая экосистема будет состоять из различных онлайн-сервисов по предоставлению услуг, в том числе образовательных, через мобильные приложения. Глава государства сказал, что цифровизацией должны сегодня заниматься все – и государство, и компании, и население. Отрадно, что в этом направлении мы также сотрудничаем с НПП «Атамекен». Мы изучаем учебные программы всех вузов Казахстана по IT-специальностям, выясняем, насколько они соответствуют современным требованиям, и вырабатываем предложения по их изменению, в частности, путем ввода аналитики больших данных. Уверены, что это позволит сделать как систему образования, так и IT-индустрию страны в целом более конкурентоспособной. Мы готовы и далее способствовать развитию малого и среднего бизнеса, предоставляя наши производственные площадки для бизнес-инкубаторов, а нашу экспертизу в рамках НПП. Мы очень благодарны за поддержку. Вместе нам удалось очень сильно продвинуться в решении важнейших для бизнеса вопросов. Это развитие электроэнергетики, поддержки возобновляемых источников энергии, улучшение условий ведения бизнеса, антимонопольного законодательства, недопущение дерегулирования в монополизированных сферах, реализации единых решений по проблемным вопросам законодательства о недрах недропользования, обеспечение равного доступа к услугам морских портов в Российской Федерации в рамках Евразии
Евразийского союза. В этом вопросе мы очень благодарны правительству, которое нас очень поддержало. При этом создание условий для конкурентоспособности отечественной экономики и соблюдение баланса между интересами монополистов и потребителей было важнейшим для НПП, что для нас крайне важно. Уважаемый Бахаджан Абдирович, уважаемый Тимур Аскарович, все присутствующие, разрешите поздравить от чистого сердца Национальную палату предпринимателей с пятилетием. Атамекен всегда оказывалась в авангарде лучших идей для развития предпринимательства. Своей работой и результатами вы доказали эффективность этой площадки. Дальнейших вам успехов. Пусть все задуманное исполнится на благо казахстанцев и процветания страны. Спасибо. Спасибо, Александр Антонович. Мы в преддверии съезда докладывали итоги развития за 5 лет в парламенте. И, знаете, получили очень хорошую поддержку от наших парламентариев. И спикер парламента Нурлан Зайроллаевич Нигматуллин отметил, что 5 лет назад, когда создавалась Национальная палата, не все верили, не все понимали задачи Атамекена. Но на сегодняшний день той эффективной работой, которую Атамекен показал за вот эти последние годы по созданию партнерских отношений между бизнесом и властью, я думаю, что действительно результаты хорошие. Нурлан Зайроллаевич также отметил то, что подготовили хорошие кадры в системе Атамекена. Вы знаете, что часть наших работников была избрана в состав парламента. Часть наших работников была призвана на работу в правительство, в акиматы. Поэтому я думаю, это хорошая школа, Атамекен – хорошая школа для молодых специалистов, для такой хороший социальный лифт для работников Атамекена, для того, чтобы проявиться, попасть, так скажем, на передовой край взаимодействия с властью. И понятно, что лучших из лучших рекрутирует власть для того, чтобы оказывать поддержку развитию предпринимательства и бизнеса в стране. Спасибо, Власть Сабекович. Уважаемая делегация съезда, с учетом обсуждения предлагается поставить на голосование утверждение отчет правления и актуализацию стратегии развития Национальной палаты предпринимателей. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Принято единогласно. Решение принято. Спасибо. Уважаемый Бахаджан Абдирович, большое спасибо вам за участие в работе 5-го съезда Национальной палаты предпринимателей Атамекен. Но мы отметили уже, что понятно, что без поддержки правительства те успехи, которые сегодня мы имеем, во-первых, самое главное, по созданию и совершенствованию бизнес-среды в части законодательных инициатив, в части сокращения контрольно-надзорных функций, в части совершенствования уголовного законодательства, снижения его репрессивности и в целом разворот органов власти, конечно, это все при большой поддержке правительства и лично вас, Бахаджан Абдирович, мы вам за это благодарны, хотим предоставить вам слово. Рахмет, Тимур Аскарұлы, құрметті достар. Бұл өтті, тағы да өздеріңізбен кездесіп отырмыз. Бүгінгі өткізіп отырған біздің съезіміз өте маңызды. Өйткені біз алғашқы жүріп өткен 5 жылдың қорытындысын қарап отырмыз. Біз ылғида айтамыз, бүгінгі өмір біздің технологияның заманы, технологиялар жылдам өзгереді, кешегі болған дүние бүгін ескеріп қалып жатыр деп. Енді сол процесті өзімізге алып қарайтын болсақ, мысалы өзіміздің еліміздің өзі Қазақстан бар болғаны 27 жыл өмірге келгенде дүниедегі картаға қосылғанына, ал сол 27 жылда біздің елбасымыздың басқаруымен өткен еліміздің жолын қарасақ, ол ғасырларға төтіп беретін. Ең жоғары алып қарағандағысы биылғы жылғы біздің Біріккен Ұлттар Ұйымындағы қауіпсіздік кеңесінің төрағасы ретінде елбасы барып сол трибунадан басқарғанның өзі біздің елдің деңгейінің қаншаға жеткенін көрсетіп отыр. Биыл біз еліміздің астанасы Елордамызды 20 жылдығын тойлағалы отырмыз.
кім сенеді, мысалы, осында 20 жыл бұрын көшіп келген азаматтар, қандай қалаға келген бүгінгі күнде, қандай қалада тұрып жатқанымызды. Сол сияқты біздің атамекенде 5 жыл бұрын құрған кезде қандай атамекен еді, бүгінгі күнде қандай атамекен болды. Оны өздеріңіз қазір Абылай Исабекұлының баяндамасынан байқап көріп отырсыздар. Осыдан 5 жыл бұрын көпшілігіміз осы процестің басында болдық, басы қасында жүрдік, не себептен қажет екенін көрдік. Сол кезде үкіметті өздеріңізбен бірлесіп отырып, үлкен жауапкершілікті мойнына алып, заңды парламенттен өткізу жолында көп жұмыстар жүргізілді. Өйткені билікке экономиканың түрлі мәселелер бойынша диалог жүргізуге қабілеті бар, қуатты және құзыретті әріптес қажет болды. Сол кезде көп деген айтыстар болды. Мысалы, ассоциациялар кірмейміз деді, жарлық қаржыны төлемейміз деді, неге бір жерде бәріміз боламыз деді, бөлік-бөлік жүргеніміз артық бұрынғы күнімізден деді. Біз арасында, мысалы, Doing Business-тегі өзіміздің рейтингімізді түсіретіндігімізді білдік, өйткені жарнамалық төлеген қаржы бұл налог ретінде есептеліп, біздің 18-ші тұрған орнымыз по налогообложению біз төмен түсіп кеттік, бірақ бізге сол кездегі керегі рейтинг емес, сол кездегі бізге керегі мықты, күшті әріптес болатын. Енді өздеріңізді білесіздер, аналогия ретінде қарайтын болсақ, жас сәби дүниеге келген кезде ата-анасы оны әлпештеп өсіреді. Аяғынан тұрғанға дейін қамқорын алады. Сонан соң аяғынан тұрып кеткен бала, егер түйсігі болатын болса, ата-ананың қалған тәрбиесін дұрыс бойына сіңіре білген болса, ол өзіне қамқор болады да, өзіне тірек болады. Бүгін сол 5 жылдың ішінде, мысалы, атамекен айлап емес, жылдап емес, айлап емес, жылдап емес, күнде өсті. 5 жылда жүріп өткен жолын қараңыздар. Бүгін атамекен үкіметтің тірегі. Енді 5 жыл өткеннен кейін, мына заңға сәйкес, біз өзіміздің өкілеттігімізді тоқтатып, атамекенді еншісін бөліп, қазақша айтқан кезде жолға шығарып отырмыз. Сол себептен үкіметтің айтары ақ жол атамекен. Абылай Исабекович уже в своем выступлении о той работе, которая проводилась, рассказал более подробно. Очень подробно, и в принципе это та же работа, которую мы вели с атамекеном совместно. Я неспроста сказал, что Абылай Исабекович не как чем правительство, не человек, простой член команды, он больше, потому что, вы знаете, мы каждый вторник проводим заседание правительства, потом где-то на полчаса в закрытом режиме дальше продолжаем свою работу и рассказываем свои, обсуждаем свои наболевшие вопросы. И когда я говорю, что по предложению атамекена Абылай Исабекович сейчас расскажет, все напрягаются, особенно власти. И мы ведем там очень открытый деловой разговор. И сегодня уже все поняли, что просто так относиться к тем проблемным вопросам, которые бизнес поднимает, это невозможно. Если даже этот вопрос касается региона, это невозможно. Этот вопрос будет услышан центром. И это будет с высокой трибуной озвучен, и это возьмется на контроль. И все вместе, и правительство, и регионы, акиматы вместе будут этот вопрос решать. Вы сами этому свидетели. Поэтому я хотел бы сказать, что не о той работе, которую мы сделали, а что нам совместно еще дальше необходимо проработать. Сейчас Александр Анатольевич очень внимательно подробно рассказала о работе, которая проводится в рамках своей большой компании. И это работа, которая началась по поручению главы государства в рамках послания о третьей модернизации нашей экономики. Второй год работа большая проводится. Мы каждый месяц заслушиваем наши регионы. По несколько раз большие компании, системообразующие, отчитались о той работе, которая проходит. Это очень важная работа, без этого мы дальше не можем продвинуться, так как задача поставлена, что мы должны быть в топ-30. В 2050 году экономика должна по-другому расти, и сегодня выработана новая модель экономического роста в рамках стратегии 2025, в разработке которой вы активно участие принимали. И в рамках этой работы, безусловно, будут высвобождаться люди, потому что там цифровизация обязательно к этому приведет. Когда мы после послания встречались с крупными акционерами наших системообразующих предприятий, мы сказали, что долгие годы мы вас сдерживали.
Мы вам говорили, в первую очередь для нас, чтобы рабочие места сохранялись. Чтобы, не дай бог, кто-то был уволен, сокращен. Лучше держите их, когда вопрос ставился, а как будем развиваться, а как будем повышать нашу конкурентоспособность, как вообще вот в мире со всеми бороться, со своими конкурентами, если не будем модернизироваться, ну, потерпите, настанет время. И вот прошлый год настало время, и сегодня мы видим, какую большую работу проводится. Здесь Атамекен очень активно включился, и не только системообразующие компании, сейчас уже вся экономика, весь бизнес этим, этой идеей заражен. Все сегодня говорят о том, что необходимо автоматизироваться, необходимо проводить цифровизацию. Мы вот по регионам ездим, в последний момент мы вот пришли к тому, что когда ездим по регионам, не только должны меня сопровождать Атамекен или члены правительства, но и молодые ребята, которые в этой сфере работы, они своим примером, своим трудом, своими достижениями, когда приходят, рассказывают не только своим сверстникам, но и үлкен ағаларына да, каким образом этот процесс происходит. Это было для них очень интересно. И этот процесс мы далее будем продолжать. Когда мы говорили о модернизации с компаниями, когда мы активы проводили в областях, всегда мы в первую очередь посещали или колледжи, или университеты, встречались со студентами. И глубоко смотрели, например, тот или иной колледж, куда мы пришли, каких кадров они готовят. Вот сейчас Аблай Исабекович говорил, ужасающая ситуация. Готовим одних, вот Ерлан Кенжигалевич может не соглашаться. Здесь мы часто с ним спорим, что программа, которая сегодня заложена об одном, нуждается экономика в других кадрах. Нет соответствия. Или не те преподают, или не те программы, методология другая. Куча проблем, только не тех кадров, которые мы хотим. Я вот часто пример провожу, то, что мы с Аблай Исабековичем, когда в Чимкенте были на заводе, Темир-транс как-то называется, по-моему, да? И когда мне акционеры этого предприятия говорят, что мы создаем 600 рабочих мест, из них 100 мы привозим за пределами специалистов. Я говорю, почему? Почему 100 это? Мы теряем 100 рабочих мест. Почему нельзя было это сделать? Говорит, а у нас нет таких кадров. То есть завод строился 2 года, и за 2 года никто не подготовил кадры на этот завод. Можно было там коммуникацию построить между местной властью, между колледжами, университетами и теми проектами, которые реализовываются в регионах. Поэтому очень важный момент – это подготовка кадров. Мы сейчас дали поручение, везде идет обновление, приступили к этим работе по обновлению программы. В Атрау очень прекрасный АПИКС колледж есть, который создан совместно с нашими крупными нефтяными компаниями зарубежными. Мы взяли этот колледж за аналог. 20 таких колледжей по всей стране определили в каждом регионе совместно с нашими крупными предприятиями. Сейчас по этой модели будем готовить кадры. Очень важно, здесь необходимо, чтобы вы также подключались. Вот в Кызылорде ребята в прошлом году просили, отдайте нам под управление колледж, мы сами знаем, как это сделать. И в каждом регионе, если представительство, региональная палата соберется и заберет себе один колледж, у нас будет уже 17 таких прекрасных колледжей, которые будут показывать всем нам остальным государственным колледжам, как надо готовить кадры для нашей экономики. Сейчас также говорили про АПК, глава государства тоже говорил, что АПК – это драйвер нашей экономики. И буквально вот на этой неделе, на заседании правительства во вторник, мы обновленную, актуализированную программу АПК обсудили, определили основные направления, куда все силы будут брошены. Все барьеры по поставке нашей продукции за пределы нашей страны практически благодаря поддержке главы государства они все решены. Теперь остается нам вместе с вами
начать работу, чтобы наша продукция, востребованная сегодня на самом деле, была уже конкурентоспособна на тех или иных рынках, которые окружают нас. Но при этом нельзя будет забывать о том, что и наш внутренний рынок будет требовать качественного, более качественного продукта местных производителей, нежели, например, мы будем брать от наших соседей по таможенному союзу. Вот с Кыргызстана поступает, с Украины приходят к нам продукты, с Беларуси, с России. Мы на днях также обсуждали эти вопросы, какие есть возможности для того, чтобы а. выйти на экспорт, б. защитить своих товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции. Мы не говорим, что мы рынки закроем, мы говорим, что есть недобросовестная конкуренция. Вот здесь задача правительства, чтобы мы с вами вместе проработали. Конечно, мы больше говорим о той работе, которая проводится крупной компанией, средней компанией, но в то же время именно Бастау бизнес подтолкнул к тому, что людей необходимо направлять на то, чтобы они могли заниматься своим малым или микробизнесом. Потребность на самом деле большая. В прошлом году, когда мы в Кокшетау проводили встречу с выпускниками данной программы, одна женщина сказала, что она, оказывается, всю жизнь мечтала стать кондитером. Ну, нет возможности, работала в разных местах, но когда появилась эта программа, она прошла обучение полностью, она поняла, как надо построить бизнес, как надо готовить бизнес-планы, как кредиты получать. Когда она почувствовала, что она может, когда она уже нашла для себя помещение, определила, какое оборудование, и те подружки, которые вместе обучались, вместе с ней, и кто кого заберет с собой, когда она все подготовила, пришла, сказали, деньги кончились. Она со слезами на глазах сказала, я всю жизнь мечтала, обучила, все готово, говорит, деньги кончились. Все, говорит, жизнь рухнула. Это было слушать, это было больно. И мы на самом деле вот, благодарны главе государства, когда, вот, несмотря на все, говорит, все больше и больше надо направлять, потому что раз мы объявили о том, что надо развивать в стране массовое предпринимательство, те люди, которые будут высвобождаться, они должны куда-то пойти. Не все могут свой бизнес построить, но их надо создать условия. И здорово, что вот сейчас вот эта программа, которая была объявлена, придумана, разработана Атамекеном, она охватила всю страну. И мы буквально недавно были в Жаньлузене, посетили местный колледж, и когда мне показывали, выпускники прошлого года, вот в этом году еще данных нет, еще только заканчивают, прошлогоднего выпуска только один выпускник устроился в нефтяную компанию. Только один. Остальные все пошли по бизнесу. Он говорит, они сами вот, в шоке от того, что такая ситуация сложилась. То есть надо было просто направить людей, что кроме нефтяной отрасли есть еще много где можно зарабатывать деньги. И не надо там сутками стоять на вахте под солнцем, холод, ветер, в нормальных условиях зарабатывать те же деньги, которые сегодня представляются. Безусловно, все это невозможно, естественно, там, без кредитования экономики. Сегодня мы с утра встречались со всеми банкирами, очень хороший разговор у нас состоялся. Мы договорились, что в течение 2 недель мы общее видение понимания в виде программы или не знаю, как это будет ложиться, мы подготовим в течение 2 недель. Даже было предложено, что давайте закроемся и отбросим все дела, потому что это очень важно. Все будет работать, если мы не найдем источник финансирования всего того, что мы задумали. Я думаю, что у нас должно получиться, 2 недели срок есть, отработаем и потом уже на обсуждение всех вынесем и, может быть, уже ближе к осени какой-то уже подготовленный, более-менее хороший документ у нас появится. Большой вопрос вот, у вас также в среднесрочной стратегии прописано, это ответственность бизнеса. Мы также этот вопрос часто обсуждаем с Атамекеном. Получилось так, что много чего хотели, и мы тоже там поддерживали, передали. С вашей стороны пока готовности не было, и все это зависло между вами и нами. И в итоге те проблемные моменты, которые сегодня высказываются со стороны населения.
Я думаю, что здесь нам надо очень быстро понять. И если отмотать надо будет обратно, если саморегулирования не будет в тех или иных отраслях, тогда надо будет быстренько отмотать назад и вернуть те нормы, которые были ранее. Но их немного, но в то же время они есть. Поэтому здесь мы четко должны понимать, что если мы передали большинство моментов по регулированию на саморегулирование, то и ответственность самого бизнеса должна быть она очень высокая. Люди на вас смотрят, вы состоявшаяся организация, бизнесмены, поэтому я думаю, что здесь мы вместе дальше будем работать. Поэтому я еще раз хотел бы поблагодарить вас за совместную работу. То, что мы выходим из состава учредителей, это не означает, что мы разбежались. Наоборот, мы сегодня очень сплоченная команда. И я вам скажу, в работе Евразийской экономической комиссии, когда очень бурные споры идут, когда нет аргументов там, против наших коллег, мы всегда говорим, у нас Атамекен против. Все, на этом тема закрывается, и наши коллеги говорили, где бы нам такой Атамекен взять? Ну, это уже сила, что правительство хочет, но без согласия Атамекена мы не можем двигаться, потому что все, что делается в рамках этого союзного договора, все это пространство создано для того, чтобы у нас бизнес развивался. Спасибо большое. Успехов вам. Спасибо, Бахытжан Абдирович. Самое главное, мы услышали, несмотря на то, что закончился переходный период, все-таки правительство не то, что с облегчением покидает состав руководящих органов Атамекена, а действительно уже воспитали себе партнера и квалифицированного партнера. И действительно, благодаря нашей совместной работе, качество работы и законотворческой, и нормотворческой, и принятие решений, оно возрастает и нацелено на те задачи, которые перед нами всеми глава государства поставил. По совершенствованию бизнес-среды, по увеличению доли бизнеса в экономике и по вхождению в ведущие страны мира. Мы подготовили соглашение, которое позволит в дальнейшем эффективно взаимодействовать между Национальной палатой Атамекен и правительством. Там все наши аспекты взаимодействия очерчены, и мы надеемся на продолжение плодотворной и успешной совместной работы с правительством. Перейдем к подписанию соглашения. Қазақстан Республикасы үкіметі мен Атамекен Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасы арасындағы өзара әрекеттестік жөніндегі келісімге қол қою рәсімі. Құжатқа Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаев және Атамекен Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы Тимур Асқарұлы Құлыбаев қол қояды. Бахытжан Абдирович больше бумаг подписывает, быстро подписывает. Нет, просто у меня короткая подпись. Уважаемые участники съезда, наши гости, хочу поблагодарить Бахытжана Абдировича за участие в работе съезда. И понятно, что глава правительства специально пришел подтвердить то, что правительство уделяет ключевое внимание развитию бизнеса, слушает и слышит нас, взаимодействует и действительно оценивает ту работу, которая в рамках Национальной палаты проводится. Хочу пожелать, Бахытжан Абдирович, вам, правительству, возглавляем вами, успехов и совместной хорошей работы. Спасибо.
Уважаемый делегат съезда, мы работу продолжим. По повестке дня, которую вы утвердили, как раз то, что уже Тимур Аскарович огласил, наступает, завершился переходный период, и в связи с этим внесены соответствующие изменения в наш закон. Один из элементов вы уже были, увидели, что выход правительства, подписано соглашение о дальнейшем взаимодействии. Теперь хотел бы по этим вопросам проинформировать нужные решения съезда. Фактически теперь отныне все вопросы высший наш орган, съезд, утверждает ключевые вопросы нашей жизнедеятельности. Второй блок вопросов – это некоторые вопросы в течение переходного периода. Об утверждении порядка срока проведения выборов делегатов региональных советов, порядка формирования региональных советов. Слово представляется заместителю председателя правления Жусунову Рустаму Анарбековичу. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые делегаты съезда, 13 июня текущего года главой государства подписан закон о внесении изменений и дополнений в закон о Национальной палате. Тем самым создается правовая основа для формирования районных и отраслевых советов, а также проведения выборов в региональные советы. Порядок и сроки проведения выборов определяются вами, съездом Национальной палаты. В этой связи правлением подготовлен пакет документов, который устанавливает базовые подходы проведению выборов. Делегаты избираются сроком на 4 года. Они должны быть зарегистрированы в соответствующем регионе. Делегаты на первом этапе будут сформированы районные и отраслевые советы путем прямого голосования с субъектами предпринимательства. В последующем эти советы из своего состава избирают делегатов в региональный совет в пределах квоты, установленной съездом. Для расчета квоты были проанализированы стат-данные по количеству субъектов бизнеса в городах и селах. Соотношение составило 60 на 40, то есть 60% предпринимателей зарегистрированы в город, 40 на селе. Сейчас в некоторых региональных советах представлены не все районы, уважаемые коллеги. Мы ставим перед собой задачу обеспечить максимальную вовлеченность районного бизнес-сообщества в рейхсоветы. При таком подходе общий количественный состав совета по стране увеличится на 109 человек. В зависимости от региона численность рейхсоветов будет варьироваться от 20 до 35 человек. При этом отмечаем, что в соответствии с указом главы государства образован 17 регионов в Казахстане. В связи с этим прошу делегатов съезда согласовать выделение дополнительных квот. Для районных и отраслевых советов также будут установлены квоты. Так, если число зарегистрированных субъектов бизнеса составляет менее 2000, то районный совет будет состоять из 7 человек. От 2 до 5 – 9 человек, от 5 до 10 – 11. Максимальное количество членов районного совета составляет 15 человек. Председатели районных советов включаются в состав регионального совета по должности. Для отраслевых советов предусмотрены следующие подходы. Общий принцип. В каждом областном центре будет сформировано 7 отраслевых советов по промышленности, торговле, строительству, транспорту, логистике, социальной сфере, услугам, информации и связи. Вместе с тем, в зависимости от конкретного региона, количество наименований отраслевых советов будут утверждаться президиумом нас палаты. Квоты по составу таких советов будут варьироваться от 9 до 25 человек в зависимости от количества зарегистрированных субъектов. Количество же представителей от отраслевых советов в региональном будет зависеть от двух показателей – соотношение доли отрасли в формировании внутреннего регионального продукта и доли предпринимателей, зарегистрированных в данной отрасли. Кандидатам будут предъявляться следующие требования. Опыт работы в регионе не менее 3 лет, отсутствие налоговой задолженности, не подлежать процедуре банкротства и ликвидации, отсутствие задолженности по обязательным членским взносам. Соответствие кандидатов предъявляемым требованиям будет определяться избирательной комиссией. Выборы в отраслевые и районные советы проводятся путем посещения избирательных пунктов, либо через онлайн-голосование. Для максимального охвата бизнес-сообщества будет проведено СМС-оповещение о дате и месте проведения выборов. Для удобства избирательные пункты будут расположены в центрах обслуживания в 25 городах, в центрах поддержки 189 районов и моногородах и в каждом сельском округе. Онлайн-голосование будет доступно для всех желающих. Избирательная комиссия Национальной палаты осуществляет общее руководство за процессом проведения выборов, формирует региональные и районные избирательные комиссии, а также рассматривает жалобы. В состав комиссии войдут члены президиума, депутаты, общественные деятели, а также видные предприниматели. Выборы включают в себя следующие основные этапы. Формирование избирательных комиссий, публикация объявлений и прием документов, проведение выборов в районные отраслевые советы, избрание из состава советов делегатов в региональные советы, подведение итогов выборов. Общий срок формирования региональных советов составит 107 календарных дней.
В июне текущего года эта схема уже апробирована в пилотном режиме в Жуалинском районе Джамбульской области. Проведены выборы в районный совет. Выборы проходили как на избирательном пункте, так и в режиме онлайн. Была организована предвыборная кампания, предпринимателям разосланы смс о дате и месте голосования. На 9 вакантных мест зарегистрировано 15 кандидатов. В голосовании приняли участие 1350 человек, бизнесменов этого района, или 40% активных субъектов. Новый районный совет выбрал своего председателя, который в свою очередь автоматически станет членом рексовета. Пилотный проект показал свою эффективность и открытость процесса формирования совета. Предлагается уже к следующему съезду Национальной палаты реализовать такой подход во всех областях страны. Уважаемые делегаты съезда, для проведения выборов подготовлены все необходимые внутренние документы, изменения в устав и регламент Национальной палаты, правила проведения выборов и квоты рексоветов. Утверждение этих документов относится к исключительной компетенции съезда. Прошу поддержать. Спасибо, Рустам Анарбекович. Пожалуйста, коллеги, какие будут вопросы, выступления? Пожалуйста, Мухаммед Алгарнаевич. Да, уважаемый Владимир Сабирович, уважаемые делегаты, я думаю, что мы уже за эти 5 лет уже созрели, да, пришли к тому моменту, когда мы должны уже избирать все эти региональные советы, районные советы. Поэтому наш пилотный проект в Жуалинском районе Жамбульской области, она показала, что наши субъекты и предприниматели, они неравнодушны, и они уже достойны своих избирать. Поэтому я считаю, что нужно этого делать, это наше внутреннее движение, будем говорить, внутри палаты предпринимателей, в сторону, будем говорить, эффективности. Поэтому я его поддерживаю, и все, что вы сейчас сказали, Рустам Анатольевич, она все поддерживается, необходимо к этому двигаться. Спасибо. Все, спасибо большое. Спасибо. Будут ли другие мнения, будем ставить на голосование, коллеги, уважаемые делегаты съезда. Если других мнений нет, то я ставлю на голосование, кто за предлагаемый порядок выборов в региональные советы. Пожалуйста, кто за? Кто против? Воздержался? Решение принято. Спасибо, Рустам Анарбекович, по этому вопросу решение принято. Уважаемые коллеги, дальше двигаемся по повестке дня. О досрочном прекращении полномочий избрания отдельных членов президиума, это тоже исключительная компетенция съезда. Слово для доклада представляется Журсунову Рустаму Анарбековичу. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые делегаты съезда, как сегодня было уже отмечено, в связи с завершением переходного периода и выходом правительства из состава участников Национальной палаты, 3 его представителя выходят из состава президиума Атамекен. Избрание и освобождение членов президиума входит в компетенцию съезда. Учитывая кадровые изменения, предлагается рассмотреть следующие вопросы. Первое. Прекратили свои полномочия председатели комитетов туристической отрасли Асамбаева Роза Абдухамитовна. Информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций Абенов Мурат Абдулмамитович, предлагается освободить их от должности членов президиума и вместо них избрать действующих председателей этих же комитетов Казанцева Павла Авелеговича, Башеева Булата Аскеровича. Второе. В связи с формированием комитета по развитию саморегулирования предлагается избрать членом президиума Байжанова Улан Сапаровича, председателя этого комитета. Третье. Член президиума Досаев Ербулат Аскербекович ранее был избран в качестве общественного деятеля. В настоящее время он является заместителем премьер-министра Республики Казахстан. В этой связи предлагается вывести его из состава президиума. На его место предлагается кандидатура Арифханова Айдара Абдразаковича. Прошу поддержать. Пожалуйста, коллеги, будут какие-то мнения? Состав формирования президиума у вас известен. У нас председатели региональных советов автоматически входят. Также примерно теперь у нас 17 регионов, 17 теперь комитетов. Председатели отраслевых комитетов, которые представляют интересы ассоциации, тоже кооптированы в президиум, чтобы выражать интересы. Уже Рустам Ильич доложил, что члены правительства выходят в связи с истечением срока. И в связи с этим, если по предложенным кандидатурам предложение, если предложения нет, то буду ставить на голосование. Спасибо. Кто за предложенные кандидатуры? Против? Воздержался? Я хотел бы от имени коллег, членов президиума, поблагодарить наших коллег, которые с нами работали, теперь выходят из состава. И
поздравить тех новых членов президиума, на которых возложена большая миссия выполнять эту работу члена президиума нашего наблюдательного органа. Спасибо. Дальше двигаемся по повестке дня. О некоторых вопросах ревизионной комиссии. Это тоже исключительная компетенция съезда. Съезд избирает ревизионную комиссию, и ежегодно на съезде ревизионная комиссия докладывает о той работе, которая проводилась по контролю за расходом средств членских взносов. Слово для доклада представляется председатель ревизионной комиссии Флаберген Нурлан Баязычев. Пожалуйста. Уважаемые члены президиума и участники съезда, в соответствии с утвержденным планом работы ревизионной комиссии на 2017 год, ревизионной комиссией был проведен контроль финансово-хозяйственной деятельности 27 объектов, в том числе Центрального аппарата Национальной палаты предпринимателей, 16 региональных палат и 10 организаций с долей участия Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Контролем охвачено 17 миллиардов 443 миллиона тенге. Из них 4 миллиарда 953 миллиона тенге – средства 2016 года и 12 миллиардов 490 миллионов тенге 2017 года. Запланированные работы выполнены в полном объеме. В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения финансовой дисциплины на 14 объектах на сумму 11 миллионов 837 тысяч тенге. Из них товарищество с ограниченной ответственностью «Центр агрокомпетенции». За 2016 год произведен перерасход денежных средств по фонду оплаты труда на 1 миллион 377 тысяч тенге. В ТО «Центр мониторинга и экспертизы рынка» в утвержденном бюджете на 2016 год по расходам консультационной услуги предусмотрены 14 миллионов 350 тысяч тенге. Фактические расходы составили 17 миллионов 150 тысяч тенге или превышение на 2 миллиона 800 тысяч тенге. В частном учреждении арбитражный центр НПП «Атамекен» выявлены расходы, произведенных сверх утвержденного бюджета на 4 миллиона 327 тысяч тенге, из них по видам затрат. Услуги сторонних организаций 3 миллиона 773 тысяч тенге, командировочные расходы 506 тысяч тенге. Банковские расходы, расходы на обслуживание, ремонт основных средств, на обслуживание нематериальных активов, типографский расход на общую сумму 47 738 тенге. Аналогично установлены расходы, произведенные сверх утвержденного бюджета в ТО «Центр обслуживания предпринимателей Мангистау» 538 тысяч тенге, ТО «Микрофинансовая организация Атамекен Кустанай» 282 тысячи тенге, Палате предпринимателей Карагандинской области 1 миллион 696 тысяч тенге, Палате предпринимателей Алматинской области 474 тысячи тенге. Также имеет место нарушение процедурного характера по закупкам товаров, работ и услуг в ТО «Центр агрокомпетенций», ТО «Центр мониторинга и экспертизы рынка» и ТО «Внешнеторговая палата Казахстана». Выявлены разовые нарушения в оплате труда в региональных палатах Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Хустанайской областях. В остальных региональных палатах предпринимателей и организациях выявлены незначительные нарушения. Анализ вышеуказанных данных показывает, что основную долю нарушений составляют расходы, произведенные сверх утвержденного бюджета на сумму 10 миллионов 124 тысячи тенге или 85,5% от общей суммы выявленных нарушений. И несогласованные расходы 1 миллион 418 тысяч тенге, что составляет 12%. В ходе проведения контроля ревизионной комиссии была оказана практическая и методическая помощь, в том числе по корректному ведению бухгалтерского учета, по соблюдению установленных процедур бюджетирования и закупок, приведена в соответствие вся необходимая документация. По итогам контроля ревизионной комиссии принято решение для устранения выявленных нарушений финансово-хозяйственной деятельности и направлены в правление для сведения и принятия соответствующих мер. Принятыми мерами выявлены нарушения финансовой дисциплины и внутренних нормативных документов полностью устранены. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Хурметты төраға, төралқа мүшелері, съезд делегаттары, тексеру комиссия атқарылған мерзімде жоспарлаған іс-шараларды толығымен орындады. Салыстырмалы түрде қарасақ, 4 жылдың мерзімінде қаржы шаруашылық бұзушылықтардың көрсеткіштері жылдан жылға төменде үрдісі байқалады. Аталған оң нәтиже үнемі жоспарлы түрде
бақылау жүргізілетін нысандардың жауапты қызметкерлерінің анықталған бұзушылықтарды қайталамау мақсатында атқарған іс-шараларының нәтижесі деп есептейміз. Алдағы жаңа мерзімде Қазақстан Республикасының заңнамаларын және Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының нормативтік құқықтық құжаттарын орындауына бақылауды күшейтеміз деп сенім білдіремін. Назарларыңызға рахмет. Спасибо, Нурлан Байзич. Пожалуйста, будут ли вопросы, предложения по докладу председателя ревизионной комиссии? Вопросов нет. Есть предложение утвердить, тогда прошу утвердить отчет ревизионной комиссии, принять сведения. Пожалуйста, кто за? Кто против? Воздержался? Отчет ревизионной комиссии утвержден. Теперь, уважаемые коллеги, хотел бы и как председатель правления заверить, есть бюджетные программы, по ним счетный комитет проверял год назад, и мы за этим, конечно, сидим. Целый бюджетный департамент сформирован, я сказал, на 6 программ, фактически сопоставимый объем, мы уже госзадание получили, за этим следим, ревизионная комиссия тоже. И каждые итоги всех проверок наших областных доводятся до региональных советов, разбор проводится здесь. Специальная дисциплинарная комиссия создана, которую возглавляет Карибек Шанш Сулейменов, человек с опытом, принципиально, поэтому по каждому из них мы меры принимаем, следим, чтобы те взносы, которые вы платите, чтобы эффективно расходовались. И теперь, коллеги, четырехлетний срок, согласно нормам устава, ревизионная комиссия избирается на 4 года, срок истек, и теперь съезду предлагается подтвердить полномочия существующей ревизионной комиссии. Председатель ревизионной комиссии внес, с учетом того, что у нас объемы вырастают, увеличить количество членов ревизионной комиссии с 3 до 4. Из существующих 2, они много, 2 из них работали в счетном комитете, то есть имеют в комитете финансового контроля. Поэтому есть предложение утвердить в составе 4 человек ревизионную комиссию во главе с Худайбергеном Нурланом Байзичем, который достаточно принципиально, ответственно этот срок становления возглавил и помогал не только выявить, а именно помочь молодым нашим кадрам в регионах, как обращаться, как составлять бюджет и вести контроль. Пожалуйста, по кандидатурам есть возражения? Материал был розыгран, поэтому просьба тогда, прошу делегата съезда проголосовать утверждение состава ревизионной комиссии из 4 человек во главе с Худайбергеном Нурланом Байзичем. Кто за? Против? Воздержался? Спасибо, Нурлан Байзич. Наши поздравления. Успехов вам в работе. Теперь на повестке дня один из важных вопросов, который мы с вами вчера и в рабочем порядке обсуждали. Это тоже исключительная компетенция съезда. Когда создавался Атамекен, мажилисмены поставили такое ограничение, чтобы малый микробизнес не платил взносы, то есть чтобы показать институт, чтобы состоялся, они были освобождены. То есть те, кто имеет более 108 миллионов тенге оборот, только те, это примерно 23 тысячи плательщиков. Поэтому теперь съезду по истечении переходного периода нужно принять решение о дальнейшем, как будет уплачиваться членский взнос. Слово для доклада представляется члену управления Рамазану Ильдосу Муратовичу. Пожалуйста. Уважаемые делегаты и участники съезда, в Казахстане зарегистрировано более порядка 1 миллиона субъектов предпринимательства, и по закону все они являются членами Национальной палаты Атамекен. Одним из источников финансирования Атамекена являются членские взносы. При этом с 2014 года плательщиками взносов являются представители крупного и среднего бизнеса. Это порядка 22 тысяч субъектов предпринимательства. Все остальные члены, обороты которых не превышают 60 тысяч МРП, их более 980 тысяч, были освобождены от уплаты взносов на 5 лет. В основном это индивидуальные предприниматели, крестьянские и фермерские хозяйства. Члены Национальной палаты равны в своих правах вне зависимости от размера бизнеса, оплаты взносов и пользуются услугами Атамекена в равной мере. При этом нашим приоритетом является поддержка и развитие малого бизнеса. Хочу отметить, что подходы по обязательным членским взносам в 2015 году были пересмотрены. Их размеры были снижены и дифференцированы. Предусмотрено освобождение холдинговым компаниям. От уплаты взноса были полностью освобождены организации, использующие труд инвалидов. В результате общие обязательства были снижены в 2 раза.
Поступление взноса с 2014 по 2017 годы показывает положительную динамику, как уже отметил в своем докладе председатель правления. Исполнение обязательств выросло с 40 до 63%. В этом году мы ожидаем рост данного показателя до 70%, что составит более 7 миллиардов тенге. Растет и количество оплачивающих субъектов с 7,5 тысяч в 2014 году до 9,3 тысяч в 2017 году. Это говорит о укреплении доверия к Национальной палате. Хотелось бы отметить, что Атамекен принципиально никогда не выдвигал претензий к предпринимателю по данному вопросу. Бюджеты и отчеты об исполнении ежегодно публикуются на сайте. С ростом поступлений взносов растет и финансирование аккредитованных ассоциаций. Оно увеличилось в 5,5 раз по сравнению с 2014 годом. В этом году финансирование увеличено до 535 миллионов тенге, а в 2019 году планируется довести до 573 миллионов тенге. Понятные и прозрачные системы распределения и контроля использования средств Национальной палаты позволяют обеспечить экономное и бездефицитное использование бюджета. Таким образом, на данный момент нет необходимости создания дополнительной финансовой нагрузки на малый бизнес. В этой связи вносится предложение о освобождении субъектов малого бизнеса от уплаты членских взносов на 3 года. Спасибо, Елдос Мурач. Пожалуйста, коллеги, вчера у нас тоже было разное мнение, поэтому просьба, кто у кого есть вопросы, кто хотел бы выступить с предложениями по данному вопросу. Олсатпа, Алла Исабекович, Даринов, Казахстан, Фемелаудага. Хурметті президиум, хурметті бүгінгі съезге қатысушылар. Шынымен де бүгін үлкен сұрақ қойылып атыр, мәселе қойылып атыр. Манағы докладчықта баяндамашылар, сосын сөйлеушілер үлкен жұмыс атқарылғаны айтылды. Соған қосыла отырып, жұмыстың бір өзімнің бір ойларымды айтып кетейін деп едім. Уважаемые члены президиума, уважаемые участники сегодняшнего съезда, Союз фермеров Казахстана, присоединяясь к докладчику, выступлениям о том, что проведена большая работа Национальной палаты предпринимателей, действительно. Но вместе с тем хочется высказать свои предложения, замечания по данному вопросу. Мы, Союз фермеров Казахстана, отмечаем о том, что вот не всегда учитывается палата и интересы отраслевых союзов и ассоциаций, входящих в нее. 6-7 лет назад, когда только обсуждался законопроект о национальной палате, мы, Союз фермеров Казахстана и другие эксперты отмечали, что своеобразная конкуренция национальной палаты и профессиональных ассоциаций союзов приведет к ослаблению последних. Так как наш союз, как и другие ассоциации, основаны на добровольных началах, добровольном членстве. В то же время, как в Национальной палате предпринимателей, участие для бизнеса является обязательным. Это касается и членских взносов. Разумеется, бизнес, хорошо считающий деньги, не захочет оплачивать обязательные членские взносы в палату. И добровольную, и в профильную ассоциацию. Думаю, понятно, что он выберет. Насколько я понимаю, сегодня у самой палаты недостатка в финансах нет. Если изучить бюджет и раздаточный материал к съезду, в проекте решения относительно членских взносов сказано, якобы с учетом того, что количество среднекрупного бизнеса в Казахстане растет, а значит растет и объем поступлений от них. Кроме того, ввиду, цитирую, отсутствие дефицита бюджета, необходимо освободить малый бизнес от уплаты членских взносов еще на определенный срок. Вот сейчас предложение поступило на 3 года. Как я уже сказал, обязательное участие бизнеса в НПП повлекло за собой ослабление профильных ассоциаций и союзов. Такого мнения еще десятки ассоциаций и союзов, работающих в сфере АПК. В частности, птицеводы, переработчики зерна, мясного союза, картофелеводы, ассоциации кредитных товариществ, ассоциации яичных производителей, палаты породы Герефорд, палаты породы Ангус и других не менее авторитетных объединений. Все мы подписали и направили официальное обращение на имя председателя президиума Национальной палаты Тимура Аскаровича. Поэтому полагаем, вопрос этот будет решен положительно. С председателем правления палаты Аблай Исабековичем я 2 раза встречался, об этом вчера подробно докладывал, в декабре месяце, в январе месяце. Мы пришли к мнению, что нужно
проработать данный вопрос касательно размеров обязательных членских взносов и готовности фермеров их оплачивать. На основании этой договоренности в течение 4-5 месяцев Союз фермеров проработал с фермерами во всех районах и сделали вывод протокольно, что нужно оплачивать членские взносы и установить размер не более 5 МРП. Считаем, что пришло время для децентрализации и демонополизации инструментов взаимодействия бизнеса и государства, которые сегодня сосредоточены в руках Национальной палаты. Это вытекает также из принципов деятельности самой палаты, закрепленных в законе о Национальной палате предпринимателей, принципов по развитию межотраслевых, отраслевых и региональных ассоциаций союзов, предусмотренных статьей 4 закона о палате. К тому же в законе прописан такой инструмент, как аккредитация Национальной палаты предпринимателей, который, по сути, монополизирует роль Национальной палаты предпринимателей во взаимодействии с государством и лишает ассоциации союзы права голоса. Проще говоря, требования закона о палате по обязательному членству и уплате обязательных членских взносов бизнес и бизнес-ассоциации исполняют. Настало время самой палате заняться развитием входящих в нее ассоциаций и союзов. В целях развития отраслевых ассоциаций и бизнес-объединений прошу включить в повестку дня предстоящего съезда палаты как высший орган управления вопроса о перечислении в отраслевые союзы и ассоциации не менее 70% обязательных членских взносов, оплаченными членами ассоциаций и союзов. Последующим реализацию данного предложения считаем необходимым закрепить через поправки закон о палате, которые бы позволили членам палаты, то есть рядовым предпринимателям и бизнес-ассоциациям, принимать участие в развитии палаты, не заниматься сборами членских взносов, а способствовать сбору членских взносов Национальной палаты предпринимателей, членами ассоциаций и союзов. И действительно, мы вчера детально как бы обсудили, очень был горячий спор. И вот я здесь только услышал вот, не в пользу нашего аргумента всего лишь два аргумента. Первый – это вот Аблай Сергеевич неоднократно говорил – сложное администрирование. Да, мы согласны, это непростой вопрос, но оно же решаемый, сложное администрирование. И у нас есть конкретные предложения, это можно направление где угодно обсудить и принять. Ну и второй пример – это после этого мы еще… С региональными членами совета мы же по регионам плотно работаем, с региональщиками палаты. Они говорят, здесь есть опасность в том, что вот где-то порядка 900 индивидуальных предпринимателей, вот с ними будет сложности. Но здесь тоже можно же индивидуальных предпринимателей, если на то пошло, можно не трогать. Я сегодня, допустим, веду на первых порах пошагово о крестьянско-фермерское хозяйство, которое насчитывается порядка 180 тысяч. Я имею в виду по ним. У нас в каждом районе, как сегодня вот докладывали, есть представители палаты, которые получают 200 тысяч, и аппарат есть. Сегодня мы готовы, хотя мы работаем на общественных началах, подключиться, ну, я имею в виду по взносам, сбор членских взносов. Поэтому, я думаю, сегодня выступите и примем какое-то решение. Я бы призывал бы всех наших делегатов выступить за наше предложение. Мы, как я уже говорил, в начальном этапе, как бы тяжело ни было, Союз фермеров активно поддержали. Вы сами понимаете, что на добровольных основе никакая работа не будет проводиться. И благодаря тому, что мы поддержали, благодаря тому, что вот обязательные членские взносы, сегодня палата имеет тот положительный опыт, который сегодня достигли. И это мы хотим достичь дальше среди, мы же говорим, АПК должен быть драйвером экономики. А как он может драйвером вчера Аблай Исабекович неоднократно говорил, что переживает за районных представителей, как они работают, как они, почему и не знают те или иные вопросы. Вот как раз собирая взносы 5 МРП до 12 тысяч, разговаривая с каждым фермером, этот представитель палаты, он будет всю проблему хорошо знать, которую сегодня не знает. Вот коротко у меня все. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, какие будут еще предложения?
Искандиров, я президент Союза химиков Республики Казахстан. Я хотел бы альтернативно другую точку зрения сказать, потому что нет задачи, да, на сегодняшний день Палате предпринимателей собирать деньги. Да, мы должны, наоборот, в первую очередь поднимать предпринимательскую деятельность, наверное. Поэтому, исходя из этого, там еще раз на 3 года освободить, потому что мы, вот Союз химиков, мы все плательщики, да, мы платим сегодня. Для чего мы это все платим? Мы понимаем, что необходимо помочь. Вот мы даже вот реализовываем удобрения на сегодняшний день, да, Владимир Сергеевич, я могу вам сказать, крестьянские хозяйства, которые покупают по 50 килограмм, по 100 килограмм, и сегодня мы их повально обязывать еще какие-то платить деньги, да, когда они свои концы с концами не могут. Поэтому я категорически против. Наоборот, необходимо нам все-таки создать условия для этих малого предпринимателя. Спасибо большое. Хорошо. Будет еще предложение или будем продолжать? Богданов Владимир, пожалуйста. Председатель Рексовета Северо-Казахстанской области. Ну, если предположить, что одна из целей – это увеличить объем членских взносов, то у палаты есть значительный резерв по собираемости от среднего и крупного бизнеса, там порядка еще 30%. Если предположить, что условия для оплата членских взносов малым бизнесом – это его экономические возможности, то, мне кажется, даже небольшая величина членского взноса в нынешней ситуации – это все равно будет значительной нагрузкой на бюджет бизнеса. Также стоит сказать, что действительно не создан пока механизм исполнения, администрирования этого предложения. И, мне кажется, если в бизнес-категориях размышлять, то затраты на сбор превысят доходы от которые могут быть получены. Считаю недостаточными имеющимися условия сейчас для того, чтобы вводить обязательные членские взносы для малого бизнеса, и предлагаю продлить мораторий на предложенные 3 года. Пожалуйста, еще будут выступающие предложения? Можно выступить? Пожалуйста, представьтесь. Ергали Жумагулов, член регионального совета, представитель ассоциации малого и среднего бизнеса Ельтрега. Сармасы, члены президиума, делегаты. Я просто Аблай Исабекович заставил сразу представиться из-за этого. Я вот, честно говоря, редко участвую в столь серьезных мероприятиях, ввиду того, что и времени не хватает, и так далее, и так далее. И далеко живу. Ну, сейчас вот услышал это предложение о том, чтобы отложить взносы обязательные членские для малого бизнеса. И вот уважаемый представитель ассоциации фермеров озвучил то, что как бы есть определенные моменты по данному предложению. И для меня, как я считаю еще пока молодого бизнесмена, представителя молодого бизнеса, это прозвучало невероятно. Здесь 2 основных вопроса, я вот обращаюсь именно к делегатам, чтобы мы понимали. Сейчас очень модно у нас у молодежи вот этот проектный подход, различать цели, задачи. В чем причина этого предложения? Объявить мораторий на 3 года для взносов для малого бизнеса. И я понимаю те вопросы, проблемы, которые вот осветил Ага по вопросу своей ассоциации. Вот здесь нужно задуматься. Для чего мы это делаем? А делаем мы, если мы должны думать как Атамекен, о нашей родине, как об Атамекен. Если в общегосударственном таком размышлении и взгляде, в таком широким горизонтом мысли, мы должны понимать, что мы делаем это для стабилизации вот этой турбулентной ситуации, которая и в мире, и нашу страну она захватила, и в бизнесе, и в экономике, и во всех сферах. Недавно, я просто вспоминаю, в начале июня было расширенное заседание политсовета партии Нур Отан, где господин президент так и сказал: нужны послабления бизнесу, нужны послабления бизнесу, нужно вовлечение в бизнес молодежи, активных граждан и так далее, и так далее. И сегодня даже вот эта история, которую господин премьер-министр озвучил, о женщине, которая хотела быть кондитером, она вот реально меня тронула, когда она сказала, что у нее кончились деньги. Малый бизнес, мы должны просто понимать, это почти 1 000 000. Тут сказали 980 тысяч. Но есть и те, которые, скажем, в полусерых тонах еще работают, просто не с умыслом, а просто по обстоятельствам. Это почти 1 000 000 субъектов предпринимательства. И ставить, может это резко прозвучит,
частно-ассоциативные цели выше общегосударственных, общенациональных, это ни в коем случае нельзя. Спасибо. И я извиняюсь, я эмоционально, я договорю. Буквально минутку. Секунду. Потому что если сейчас мы малый бизнес еще раз не поддержим, а мы должны поддержать, потому что Атамикен – это более мобильная организация, чем правительство. В правительстве, вот если мы синхронно с ними работаем, подписываем соглашение, у нас в принципе один пульс и одно переживание за страну, к примеру, там для малого бизнеса разрабатывается хорошая программа. Единый платеж, да? Единый совокупный платеж. Он обсуждается. А мы, Атамикен, можем сейчас уже взять и объявить мораторий. У нас этот ЕСП свой есть, этот членский взнос. И просто мне, честно, неудобно. Я вот из провинции, я сталкиваюсь и с КХшниками, и с фермерами. Понимаете, когда идет посевная или уборочная, вот я просто знаю, они обращаются за топливом. Ну, это хозяйство, которое покупает на этот сезон 5 кубов. Это 5000 литров. Они просят, во-первых, долг. Во-вторых, они просят скинуть цену на дизель на тенге 2. То есть они просят скинуть цену на 5-10 тысяч тенге. Ну, мы идем на это, к примеру, мои друзья, коллеги. Поэтому я считаю это предложение своевременное, нужное и абсолютно позитивное. А то, что там есть проблемы в определенных отдельных ассоциациях, это решаемо внутри. Это решаемо путем разрешения административных процедур. Но это все решаемо. Спасибо. А вот это глобальное. Все, спасибо. Извиняюсь. Коллеги, тогда есть предложение прекратить. У нас два предложения поступило и ставить на голосование. Значит, уважаемые делегаты съезда, я ставлю первым предложение, которое озвучено, дальше то, что Даринов Вайсхан Камиш озвучил. Кто, делегаты, внимательно прошу прослушать, кто за, чтобы на 3 года оставить мораторий и оставить взносы те, которые уже порогу установлены сейчас, действующие? Пожалуйста, кто за? Кто против? Счетный комитет прошу посчитать. 2. Кто воздержался? Значит, с 2 голосами против решение принято. Спасибо. Двигаемся дальше по нашей повестке. Вопрос 5-6 об утверждении срока полномочий правления. Это тоже исключительный комитет съезда. Слово представляется члену правления Жусунову. Спасибо большое. Пожалуйста. Уважаемые делегаты съезда, компетенции съезда Национальной палаты относится утверждение срока полномочий и количественного состава членов правления. Своим решением 16 июня 2016 года полномочия председателя и членов правления утверждены и действуют по 25 июня текущего года. Учитывая завершение этого срока, предлагается продлить полномочия правления еще на 2 года. Прошу поддержать. Пожалуйста, здесь речь идет не о персональном составе. Персональный состав, вы знаете, это прерогатива президиума и председателя президиума, а речь идет просто продлить полномочия. Они у нас 25-го истекают. Есть предложение поддержать. Хорошо. Значит, ставлю на голосование о продлении полномочий правления решением съезда на следующие 2 года. Пожалуйста, кто за? Против? Воздержался? Решение принято. Спасибо. И еще один вопрос нашей повестки дня о кодексе этики и делового поведения предпринимателей Казахстана. Докладчик Жусунов Рустам Анарбекович, член правления. Спасибо большое. Уважаемые делегаты съезда, сегодня неоднократно говорилось об усилении ответственности бизнеса в связи с рядом фактов падения лифтов, пожара, массового отравления. Абай Сабекович сегодня уже докладывал, что мы предлагаем целую систему мер, но в первую очередь это усиление обществ по защите прав предпринимателей. Они сегодня разобщены, слабое финансирование, 172 таких общественных организаций есть, из них работает всего менее трети. Поэтому мы предлагаем усилить путем объединения их в союз, для того, чтобы у бизнеса был достаточно серьезный оппонент. Второе – это введение национальной системы рейтингов. Вот мы всегда на всех площадках отмечаем, что мы защищаем только добросовестный бизнес. Но какой из бизнесменов добросовестный, добропорядочный,
Это большой вопрос. И поэтому мировая практика показывает, что единственный ответ на этот вопрос является система рейтингов. Такую систему рейтингов мы предлагаем внедрить, и правление готово в ближайшее время подготовить соответствующую методологию. Вмененное страхование также, то, что касается объектов с большим количеством людей, это мировая практика. Нами уже в рамках дорожной карты с Министерством внутренних дел этот вопрос прорабатывается. Это тоже является одним из элементов этой системы. Четвертое – это развитие самих национальных стандартов, это вопросы технического регулирования. Сегодня Абай Асабекович уже отмечал, правительством в этом году планируется разработка закона в новой редакции о техническом регулировании. Мы также планируем в этом году присоединиться. Ну и пятое, наверное, одно из основных – это развитие саморегулирования, то, о чем сегодня говорил премьер-министр. Мы также вовлечены, и по нашему мнению, во главу угла сегодня стоит поставить принцип передачи функций в обмен на консолидацию отрасли. И шестой предмет как раз сегодняшнего рассмотрения – это этические стандарты бизнеса. В Казахстане традиции формирования высоких этических стандартов бизнеса находятся на стадии становления. Предприниматели не до конца осознают свою ответственность за качество и безопасность продукции. Для того, чтобы ответить на все вот эти вызовы, нами разработан проект кодекса этики и делового поведения предпринимателей. При подготовке этого проекта нами было изучено более 100 аналогичных документов, в основном страны ОСР. Особо хотел уделить внимание, что нами также внимательно были изучены опыт Турции и России, которые наиболее близки по ментальности к нам. Проект кодекса содержит базовые принципы этики и делового поведения предпринимателей, сгруппированные по ключевым сторонам стейкхолдерам. Первое. В отношении потребителей. Это приоритет обеспечения жизни и здоровья, вежливость, открытость, неприемлемость обмана. В отношении своих партнеров. Соблюдение принятых обязательств, честная конкуренция, должная осмотрительность, дружественное рассмотрение споров. В отношении персонала. Справедливый прием на работу, недискриминация, уважение, сохранение и развитие персонала. Во взаимоотношениях с обществом и государством, соблюдение законодательства, охрана окружающей среды, уплата налогов, внедрение современных технологий, противодействие коррупции, социальная ответственность. Эффективная реализация кодекса зависит от механизмов его реализации. Планируется внедрение белых книг добросовестных отечественных предприятий, их публикация в открытом доступе. Соблюдение высоких этических стандартов будет учитываться при определении победителей таких премий, как «Алтын Саба», «Лучший товар Казахстана», «Алы Далаэля». Рассмотрение жалоб по нарушению кодекса предлагается в специально создаваемых советах по этике. Они будут при национальной палате и при региональных палатах. В состав советов войдут наиболее авторитетные предприниматели с безупречной репутацией, представители общественных объединений. Таким образом, в долгосрочной перспективе будет создана система, информирующая потребителей и партнеров о добросовестных и недобросовестных предпринимателях. Эти меры будут способствовать повышению ответственности бизнеса. Уважаемые делегаты съезда, предлагается утвердить кодекс этики и делового поведения предпринимателей. Прошу поддержать. Спасибо. Пожалуйста, будут ли вопросы и предложения к... Есть предложение поддержать. В течение нескольких месяцев было и общенациональное обсуждение, селекторное совещание проводили. Это очень важный документ. Это кодекс современных строителей капитализма. Я думаю, что сегодня нам надо пример показывать современного отношения к персоналу, к своему труду, к обществу, к государству. Я думаю, двигаемся в правильном направлении. Понятно. Ставлю тогда на голосование делегатов. Пожалуйста, кто-то еще хотел? Өздеріңіз білесіздер, кәсіпкерлікпен айналысқаннан кейін неше түрлі жағдай болады. Сондықтан мен сізге бір сұрақ қойсам деп едім. Как вы думаете, кодекс этики и делового поведения повлияет на стимуляцию повышения качества бизнеса? Я думаю, что однозначно повлияет. И мы неоднократно это обсуждали, это соответствующие стандарты. Но и это моральная ответственность самого бизнеса. Мы в этом уверены. Пожалуйста, будет еще. Тогда ставлю на голосование, кто за, чтобы утвердить предлагаемый кодекс этики бизнеса по виде делового поведения предпринимателя. Пожалуйста. Кто против? Воздержался? Решение принято, кодекс этики утвержден. Спасибо. Ну и в завершение хотел проинформировать коллег. Вчера на рабочей встрече 13 вопросов мы зафиксировали, все они озвучены. Перед съездом Бахшана Абдировича, руководитель канцелярии, доведено письменно
Вахшамдиш поручил по итогам съезда в протокол включить, так что ваши все вопросы будут включены в реестр и, соответственно, будут отслеживаться. Ежемесячно будем информировать о том, как эти вопросы исполняются. Спасибо, Влад Савекович. Уважаемые коллеги, уважаемые делегаты съезда, повестка дня исчерпана. Хочу еще раз поблагодарить правление Национальной палаты за прекрасную подготовку съезда, проведение съезда. Мы действительно в течение этой недели провели различные мероприятия и подписаны соглашения, проведены обсуждения с нашим квазигосударственным сектором. С Аблаем Сабековичем мы вчера обсуждали с правительством всю повестку дня, которая сегодня стоит. Конечно, мы сегодня собрались для того, чтобы обозначить те направления нашей деятельности, приоритеты среднесрочные, чем будет Национальная палата заниматься. Все обобщено, все на повестке дня обсуждения различных государственных органов. Все эти вопросы будут на контроле правления и президиума. Поэтому, уважаемые делегаты, хочу вас поблагодарить за участие в работе съезда, за поддержку деятельности Национальной палаты «Атамикен», поблагодарить членов региональных дирекций, поблагодарить наши региональные советы, представителей ассоциаций, которые здесь присутствуют, за ту плодотворную работу, которую мы в рамках Национальной палаты ведем. Я действительно думаю, что мы сегодня все почувствовали, что уровень дискуссии возрос, уровень профессионализма принимаемых решений высокий, правительство чувствует квалифицированного партнера в диалоге. И я думаю, это та задача, которую и глава государства перед Национальной палатой поставил, и мы сами, как бизнес-сообщество, поставили перед Национальной палатой. Поэтому хочу вас всех поздравить с успешным проведением съезда, пожелать вам успехов и до новых встреч. Спасибо. Всех членов президиума и делегатов съезда просим пройти для коллективного фото. Президиум мүшелері мен съезд делегаттарын ұжымдық суретке түсуге шақырамыз. Құрметті көрермендер, жаңа ғана сіздер Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының дәстүрлі 5-ші съезін тікелей эфирде тамашаладыңыздар. Ал хабарымызды басты жаңалықтармен жалғастырамыз. Тағы 30 000 ауыл тұрғыны кәсіпкерлік үйретіледі. Нұрсұлтан Назарбаев Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының 5-ші съезі жолдаған құттықтау сөзінде